Привет, друзья! Как ваши дела, как ваше настроение? С вами Маркович, как всегда, и сегодня мы продолжаем врываться в РП GTA 5, конечно же, на сервере Amazing Free, первый сервер. И ютубчику сразу отдельный привет передам, который, конечно же, будет потом это в записи все дело лицезреть. А мы продолжаем играть за Кларк, тем временем попытаемся сегодня устроиться таки в такси, наконец-то, я не знаю, получится у нас это или нет, но по идее нас сегодня с вами должен ждать начальник местного отделения такси. Мы с ним вчера поговорили, он сказал, чтобы мы сегодня с ним связались, дал нам свой номер телефона, и, в общем-то, чем мы сейчас и займемся. Я, честно говоря, вчера попробовал в итоге побомбить немножечко на, так скажем, нелегальном такси, да, то есть, ну, повыполнять заказы какие-то, людей местных повозить, вот, но, честно говоря, в итоге все равно ушел в минус, как-то заказы там в основном на еду были, и там какая-то половина еды вообще хрен знает где достать даже, вот, короче, только пожег бензина, собственно, ничего дельного из этого не вышло, но, как бы, зато, знаете, зато немножко по городу покатался, тоже посмотрел, там, что в округе творится, что где, ну, в общем-то, вот, ну а сегодня же, надеюсь, нас с вами официально устроят, и мы сможем возить людей приезжих, таких, как, собственно, мы с вами. Так что, друзья мои, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь чайком, берите вкусняшки всякие, и мы будем потихонечку начинать наш сегодняшний вечерний стримчанский. Такс. Так, сейчас только позакрываю все лишнее. Ой. А, и да, вам, конечно же, нужно на экран вывести. Так. Давай, игрулечка, захватываемся. Раз, два. О, все. Вроде бы замечательно. Какая красота, вы только гляньте. Закат. Как прекрасен закат в Лос-Сантос. И наш прекрасный Кларк сидит на скамеечке. Он на самом деле бедняга ночевал, ему ночевать-то нигде, дома нету все-таки, да. Вот получается, что приходится то в парк, то еще где-нибудь. Но здесь один плюс есть точно. Он, благо, рядом с таксопарком. То есть нам, в принципе, идти далеко и не придется. А. Игру-то не слышно, нихера нормально сделал, конечно. Во, все, так-то лучше. Так-то лучше. Макс, привет, привет, привет. Ты, как всегда, первый, походу, единственный пока что. Ну что, погнали, давайте, наверное, напишем сразу же... Можно мне, пожалуйста, да, вот это вот? Напишем сразу же нашему будущему начальнику, наверное. Он планировал даже, по-моему, днем еще появиться, но я ему сказал, что мы будем вечером. Он сказал, что вроде нормально, поэтому... Кстати, я вот сейчас, знаете, что вижу? Я сейчас вижу то, что, мне кажется, чат немножко... Йо-йо-йо, хоми, немножечко мешает, мне кажется, чат. В том плане, что либо нужно куда-то переместить, например, да, немножко совсем. Вот, например, над картой, если его поставить, мне кажется, будет там самое то. Ну, давайте сейчас я попытаюсь это сделать специально для вас. Так, чатик, где он там есть? Чуйка на твои стримы. А чё это, ты не подписан ВКонтакте, что ли, в группу? Там же анонсы есть всегда. И дискордики тоже. Вот чтобы эта самая чуйка не подводила, нужно быть подписанным обязательно. Так, короче, у меня тут, блин, экран на самом деле отсвечивает, я сам нихера толком не вижу, но сейчас я буду двигать чатик. Хорошая ли это вообще затея была? Ну, сейчас узнаем. Так, чатик, давай, едь сюда, сюда, сюда. Во, вот так, мне кажется, будет лучше.
Можно даже его куда-нибудь сюда, типа, да, смотрите, вот так вот вверх сделать. Вот так, сейчас, смотрите, еще немножко так его подвинем. Во, мне кажется, так будет идеально, да? Там ничего с другой стороны не мешается, и здесь тоже такой небольшой чатик. А, блин, а здесь он будет мешаться, когда у нас будет какое-нибудь оружие, допустим. Так, ну можно пониже спустить под эту надпись, допустим. Вот так, сделаем сейчас по красоте, чтобы все было, да? Так вроде более-менее нормально. Ну-ка, Макс, скажи, как нормально так чатик, если сделаю, здесь оставлю? Будет, я думаю, что нормально в самый раз. Во, все, пускай тут, короче, тусуется. Так, хэрепс. Ну все, теперь он туда точно никуда не денется. Ну ладно, давайте, погнали. Какая музыка-то эпичная, слушайте, заиграла прямо. Как будто сейчас должно что-то случиться невероятное просто. Ну, посмотрим, посмотрим. Я на самом деле думаю, что, может, нам следует с вами пройти вообще пешочком, прогуляться до таксопарка. Все-таки он здесь недалеко, почему бы и нет, да? Так, сейчас только немножко все погромче сделаю. Во. Погнали, сходим, потом напишем начальнику. Может быть, там кого-нибудь Михаила, допустим, встретим, или еще кого-нибудь из наших старых друзей, товарищей. Да что здесь сидеть в парке? Можно, конечно, было бы сразу начальнику написать. Может быть, он бы и подъехал, мы бы там с ним поговорили. Я вот только не понял, нам нужно будет и с губернатором тоже разговаривать или только с начальником? Так, я с вашего позволения пройду, спасибо, спасибо. Ну, мы сейчас с вами обязательно все узнаем. Вчера-то мы с вами тусовались в таксопарке, нам повезло встретить начальника. Он подъехал шустренько. Вернее, не начальника, а Михаила сначала, потом все остальные тоже туда подъехали. Но, кстати говоря, я когда сегодня заходил в игру, уже видел пару вызовов от ДПД, кому-то нужно было доехать, но, к сожалению, я их принять не могу. Во-первых, и машин как бы нет, если бы даже и взял, то нам здесь таксовать с вами нельзя. Ну, короче, понятно, никого здесь нету, давайте тут встанем где-нибудь возле стеночки недалеко, чтобы мы с вами были заметны. Так, и напишем тогда Рональду. Так, эч. Как там опять, слушайте, забываю все время эти кнопки, опереться назад. Это подсказочка-то висит, капс F3, во. Ладно, так, постоим просто нормально. Короче, давайте напишем Рональду, скажем, что мы появились в городе, и может ли он сейчас нас принять или нет. Ему нужны были, короче, лицензии какие-то, которых у него вчера не было, поэтому ему нужно было встретиться для этого с губернатором, сколько я понял. Вот, и сегодня, так, Рональд, шеф, вот он есть. Отправить смс, давайте напишем ему: Добрый вечер, Рональд, это Кларк. Так, это Кларк, я по поводу работы. Снег, конечно, есть. У нас сейчас снега дохерища, сегодня что-то выпало. Я сегодня с утра проснулся и офигел. Там прям такое все заметено буквально им было. Это жесть. Надеюсь, что скоро растает. Задолбал, честно говоря, снег. Не могу уже, блин. Скорее бы тепло стало. Хоть чуть-чуть теплее, чтобы от этой зимней одежды все избавиться лишней. Ты вечно как одеваешься, знаешь, как это 100 шуб одет. Так, Чиф, привет. Привет. Добро пожаловать. Так, написал какую-то херню. Рональд. Добрый вечер, Рональд. Это Кларк, я по поводу работы с вами вчера разговаривал. Вы мне сказали сегодня с вами связаться. Так, ну все, я надеюсь, твою налево, он еще не в городе. Вот голяк, ну как же так-то? Как же так-то? Нам же нужно как-то устроиться на работу. Так, а что за чувак прибежал? Давайте у него спросим, может, он начальника видел. Он полюбас, на работу приехал. Кстати, в этом гараже, здесь в таксишном, можно брать велосипед наш. Помните, мы же, нам этот Фрэнк купил велосипед, типа, в первый наш день здесь. И в итоге он, оказывается, вот в этом гараже теперь есть, потому что мы, видимо, таксисты. Сейчас надо будет поговорить с этим челиком, который туда забежал. Блин, хреново, что начальника нет в городе. Как так-то? Он же сказал, что он будет. Черт, вот отстой. Нам, получается, нормальную работу с вами не устроится. А денег у нас все меньше и меньше становится, между прочим. И даже мы не сможем скоро взять просто в аренду тачку. Это отстой. Ладно, посмотрим, сейчас там челик этот выйдет оттуда. Мы как бы вроде пока особо на территорию заходить не можем. Ну так, чисто, знаете, таксист на пол шишечки, что называется. Вроде как и таксист, а вроде как еще и нифига и не назначили нас в итоге там через губернатора. О-о, пойдемте с ним поговорим. Сэр? Добрый день. Да, добрый день, сэр. Извините, пожалуйста, я очень сильно извиняюсь. А вы Рональда не виделись сегодня?
Да, ведь... А с кем разговариваю? Меня как Кларк зовут. Я дело в том, что я новенький в этом городе, и я вот вчера с ним разговаривал. Сегодня должен был вроде как то ли собеседование, то ли что-то такое. Ну, в общем, на работу хочу устроиться сюда. Да, но он не ты один. А вы... Да, видел я его сегодня. Только вот не принимает он пока что никого на работу, так как лицензии у него закончились на руках. Вот он и ждет генерала. Да, вот, собственно, вчера по этому поводу с ним и разговаривал. Он сказал, чтобы я сегодня с ним связался, но вот написал ему, его, похоже, он то ли спит, то ли не знаю, нет его, короче. Привет, Сибирс. Понятно. Ну, я его видел, но вот в ближайшее время нет, уже не видел его. Я понял, сэр. А вы случайно не знаете, он будет сегодня вообще в городе? Планировал появляться вечером? Ну, я думаю, да, будет. Возможно, даже после бури. А тут что ли как каждый день бы бури по вечерам? Да, каждый день 8 по Вашингтону. Ох, еще ёлки-шматрёшки, а я вот это даже и не знал. Вот видите, сколько... Как говорится, век живи, век учись. Да. А извините, сэр, а вас как зовут? Меня зовут Алан. Алан, да, очень приятно, Алан. Вы тоже тут работаете, да? Да. Я вас понял. Разложу местный. Ага, а вы как бы официально, получается, да, устроены здесь? Ну, лицензии на перевозку приезжих у меня пока что нет, но местных. То есть, в принципе, что. Мы в похожей ситуации с вами находимся. Ну, да. Слушайте, Алан, а и как вам тут вообще в целом? Я вот что-то вчера попробовал повозить, знаете, за заказы, и что-то как-то не очень успешно. В итоге только в минус ушел. А что за заказы вывозили? Ну, вот, знаете, диспетчер раздает, который там вот туда кебаб отвези, там туда там отвези. Вот это вот. А, ну, я тоже этим занимался. Иногда... попадая диспетчер, попадает каких-нибудь людей отвезти из одной, ну, вот. Из одного пункта в другой. Да, за вчерашний вечер, собственно, только от одного местного вот отвез, и в основном все это эти вот кебабы. Просто знаете, вот в чем проблема у меня? Я никак не могу найти нужные товары. То я в магазин-то заезжаю за ними, а там половина из списка и нету ничего. Так, еду-то нужно здесь получать. Пойдемте, покажу. А, да вы что? Ух ты же, ёлушки-матрёшки. Ну да, её покупать не надо, её здесь подать. Нихера, нормальная тема. Сейчас, чатик. Ох ты! О, господи. Чё? Алан? Алан? Так, если пятница заканчивается, навалились сегодня работы. О, господи, вы в порядке? Чё с ним не так? Он зайти, что ли, не может? Жуть какая. У нас сегодня небо всё желтое было, грязный дождь, радиоактивные осадки, грязь... Чего? Что за жесть? Сейчас же этот Крит, типа пылевые бури тут с Африки пришли, там тоже какая-то жопа творится. Полная, причем я в новости. О, господи. А что еще тут? Алан, да, вы как, в порядке? Что с вами? Вам поплохо? Че не так с ним? Господи Иисусе. Его, походу, где-то... Он, походу, это, знаете, в каком-то подпространственном пространстве оказался, короче говоря. Вне времени и пространства. Алан, да вы в порядке, да? Да, все в порядке. Как ужас какой тут. Давайте сначала я зайду, потом... Да, конечно. Жуть. О, господи, споткнулся. Осторожно.
Так, ну, в общем, вот в этом вот холодильнике берете еду и доставляете ее. Ах, вот оно что, ёшки-матрёшки, а я вчера весь вечер потратил на то, чтобы, знаете, искал по магазинам, ездил и толком-то и не нашел ничего, господи. Ну вот, теперь будете знать. Ведь тут вот еще, я так понимаю, вода, а там... Я просто, знаете, Алан, не был уверен, а можно ли сюда вообще заходить без лицензии-то. Вроде как в центральном офисе ты, конечно, бумаги заполнил на таксиста, но сказали-то, что тут все иначе. Ну, если уж нельзя, то я думаю, снаружи вам тоже выдадут. Пойдемте покажу где. Ништяк, тут зона такая опасная. А здесь кокошечка подходит, и все вам Ах, выдают. вот оно что, господи, ёжики, матрёшки, а я-то думал, что тут за окошечко такое непонятное. Ну да, И первый раз ты и я не понял. еще, и оказывается, это и как-то это, все это бесплатно, что ли, выдают-то, елки-палки, господи, а я Ну же да. вчера деньги-то тратил, которых и Им так, же за знаете, каждую нет. все оплачивали. Ну вот теперь заработайте. Вот, но как и Пускай можно и заработаете то, что вчера потратили. покататься и денег поподнять немножко. А то, знаете, вот я тут Да. как этот первый день-то приехал сюда, и тут сразу на меня просто как снег, знаете, на голову бывает, сваливается. Тут же ограбили 500 этих долларов, которые там вот выдают, забрали. А потом и как-то и то там, знаете, 200 долларов туда, там 200 в больницу, еще там в полицейский участок направо. И денег-то и все, и нету. Ну да. Разрабатывать где-то надо. Вот и да, и я про то же тут как-то без денег совсем беда уже, знаете, по последнюю вот минеральную воду допиваю и все, и буду голодать. Да? Прикольно персонально. Ну, давайте я вам хоть что-нибудь дам, Да не, чтобы уж не Алса, голодать. что, не стоит, это нормально. Я сейчас поеду тогда, знаете, немножко пока начальника-то нету, поеду немножко поработаю, и вот, собственно, что-нибудь-то, наверное, и получится. Ну, тогда вам удачи. Я тоже Да, поехал. Мне спасибо большое. диспетчер сообщил. Спасибо, Алан, удачи вам тоже, да. Ага. Всего доброго. О, это не Михаил случайно? Что-то он там это... Убежал куда-то. Ладно. Так, короче, у нас есть 120 баксов. Мы можем за 75 баксов арендовать опять тачку. Это минус 75. Давайте сразу наберем здесь что да как тогда. Кстати, у меня здесь есть, я повторюсь, велосипед наш, если что. Мы можем на велосипеде поездить, наверное. Так, сэндвич в коробке, смотрите-ка. Вкусный такос. Давайте найдем все, что нам нужно. Два хот-дог в обертке. Хот-дог в обертке, два штука, пожалуйста. Интересно, это вообще поместится реально ко мне? Так, два хот-дога, энергетический напиток. Две штучки. Так, а, твою налево, инвентарь заполнен, серьезно? А в машину я смогу положить? Типа там в багажник или что-то типа того? Меня вот что интересует очень сильно, честно говоря. Давайте посмотрим, на велосипеде есть багажник или нет. Потому что за 75 баксов я не хочу машину нанимать в очередной раз. И если еще и в багажник нельзя ничего положить, это будет такое себе. О, найс. Развозчик, слушайте, истинный развозчик на велосипеде, мне кажется, просто супер. Так, ну у него, скорее всего, багажника-то нет никакого, наверное, да? Моя техника. Да ладно, багажник есть. Положить. А, ну не, нихера нету. Или есть, подождите. Ну-ка, я что-то не въезжаю. Сейчас я попробую приложить туда что-нибудь. Бесплатный хавчик, топовая работа. Я вот не уверен, можно ли его есть. Не, его нельзя есть, походу, слушай. Его нельзя есть. Его нельзя есть. Меня сейчас больше интересует другое. Смогу ли я велосипед положить? Да ладно! А, ну сюда только 1 килограмм помещается. Слушайте, ну может быть этот 1 килограмм на наш заказ-то влезет? А может и нет, хер его знает. Сейчас подъедем туда тогда, давайте. Развозчик на велосипеде, курьер, по-моему, идеально вообще.
Просто я вчера, короче, здесь взял, значит, чатик, слушайте, я вчера здесь взял за 75 баксов, арендовал тачку таксишную, ну, такая, типа, которая без лицензии, такая синяя с желтым, вот. Поехал, короче, вот эту херню всю, которая в списочке справа, я искал ее по магазинам. Нихера не находил, естественно. И, короче, я думаю, ёб твою ж налево, какого черта я сейчас денег столько всираю? В итоге, короче говоря, такая себе работа, нормальная работа. В итоге, короче, я проездил столько кучу бензина, просрал 75 баксов, отвез только одного человека, ну не человека именно, игрока, а типа местного. Вот, по заказу диспетчера, он мне там заплатил 50 баксов, короче, и все, я такой сначала обрадовался, думаю, блин, а больше заказов и не было, снова все только на еду. Я думаю, елки-палки, какого черта? Ну вот, все теперь понятно, что здесь бесплатно все брать-то можно, и все в одном месте. Вот, здорово, видите, по РП шли, типа, с чувачком пообщались и узнали зато. Так, ладно, что у нас там есть еще? Мы взяли с вами энергетический напиток, мы взяли или нет? Я не помню уже нихера. В смысле, недалекий Сибирус, нормально себя веди, недалекий, ты недалекий. Откуда же я знал-то, что это не здесь берется? Ну, типа, как-то не было даже мысли сюда подойти посмотреть. Так, короче, нам нужно в инвентарь залезть. Минеральная вода, ля-ля-ля. Не, нихера мы не взяли. Блин, я не знаю, что делать-то. У меня, короче, реально инвентарь весь заполнен. Можно, знаете, что поехать? Можно поехать, я знаю, по-моему, на пляже здесь есть, короче. Можно подкачаться немножко, типа, знаете, чтобы инвентарь увеличить. Во, точняк. Давай сейчас на велосипед, пока никого нет. Начальника нету, сядем и поедем на пляж. Немножечко подкачаться. Мы, конечно, может быть, долго будем ехать, но тем не менее. Так. Хотя бы, чтобы в нас умещалось больше, чтобы мы могли с собой увозить. Вот здесь, вот сюда, по-моему, нужно ехать. Сейчас на велосипедик прокатимся, посмотрим окрестности. Так, давайте. Щик. Все, ну мы с собой что-то взяли там в багажник. Блин, килограмм всего лишь, конечно, мало, но это же велосипед, как бы, да? В него было бы странно, если бы помещалось больше. Если, конечно, нас кто-нибудь сейчас собьет на дороге на велосипеде, это будет вообще мега фейлово. Ну ничего, придется медиков вызывать тогда. Вызовем. Можно, конечно, по тротуару ехать так-то, чего бы нет. Все, отлично. Идеально. Я, кстати, вчера мне понравилось управлять, на самом деле, с геймпада пробовал. Тачка очень хорошо идет, плавно и все такое. Но почему-то, зараза, там, видимо, какая-то кнопка прожимается. И он все время, знаете, вываливается из тачки. Типа, когда ты хочешь выйти, он падает, ну, как будто вот споткнулся, типа. Очень, короче, странно выглядит. Просто открывается дверь, и он вываливается оттуда. Не знаю, как-то там я в настройках смотрел, так и не нашел, что там за проблема такая. Ну, ладно, посмотрим еще. Так, чатик, кстати, вы мне скажите, как по звуку, там, громко, что-нибудь, тихо, кого погромче, кого потише, может, меня погромче надо, или там, не знаю, потише, типа, игру погромче, музыку потише, скажите-ка мне. И надо, знаете что, надо перекусить, мне кажется. Надо перекусить немножко, вернее, не перекусить даже, а попить, он опять хочет, зараза, все время пить хочет, слушайте. Че, как не верблюд-то? Так, ну мы сейчас на пляже с вами едем качаться, у нас такое, знаете... Хотя странно, знаете, парень с Аляски и нифига не крепкий. Это странно. Ну хотя, с другой стороны, почему бы странно? Он сам по себе такой весь хлюпенький. В общем-то, ничего удивительного нет в этом. Так, нарушаем на красный. Ой-ой-ой, не туда поехали, кажется. Ну ладно, тут тоже можно проехать. Все дороги ведут на пляж. Так, где-то, кажись, копы едут. Звук норм, хорошо. Где-то копы едут, кажется, да, слышите? И тут такой Кларк на велосипеде рассекает. Давайте будем по правилам ехать. А мы на пешеходном, типа, чпоньк. Все нормально. Мы типа как пешеходы, но как бы нет. Но как бы по дороге. Все нормально, раскачаемся. И будем только так заказывать, отвозить туда-сюда, короче, вообще кататься без устали. О, нормально это будет. Так, давайте здесь завернем. На удивление, сегодня я зашел вообще прям сразу. Я когда заходил, было 29 человек написано из 32. А вчера, помните, сколько мы с вами тыркались, да, короче? Ну, мы, наверное, полчаса от стрима просто пытались зайти на гребаный сервер, типа. И все было забито, вообще никак не пробиться было. Но в итоге тоже зашли. Но по факту там ничего такого и как бы и не сделали. Только поговорили с начальником, в принципе, да? Который сказал, что приходите, мол, сегодня. Сегодня у него что-то нихера и нету. Можешь, конечно, Фрэнку написать, но я, честно говоря, хотел бы немножечко подкачаться, съездить все-таки и заняться своими делами. Лиза71, спасибо за фоллоу, добро пожаловать к нам в маленькую сюда компашку. Так, машинка, спокойно, не сбивайте меня. Блин, я вроде бы настраивал, вот звук сегодня сидел тоже алертов, и что-то он сразу орёт все равно как-то. Прям по ушам ударил. Ой-ой-ой. Так, машинка, спокойно.
Инду теперь не скоро завезут, потому что все как бы стоит. Ну, я не знаю, посмотрим. Посмотрим. Будем перерывчики брать от того, будем перерывчики брать от сего, и в итоге и там поиграем. Да, видишь, себе тоже, типа, то стримишь, там тоже никто нихера не приходит. Типа, сидит 2,5 человека. Ну ладно, если это еще на ютубчике запускаю, там человек, может, не знаю, сколько там, 10-15, да? Это хотя бы просто новенькое для нас. Мы еще такое не пробовали. Так сказать, тестовые стримы по РП у нас, вот, и поэтому. Как-то новенькая, она всегда интереснее, чем старенькая, да? Вот, даже если мало народу сидит, поэтому... Пока постримим это, там дальше будет видно уже. Да не, залетим по-любому к Индри-то, конечно. Прочекать, что он там, как себя чувствует. О, мне кажется, это прям песня, знаете, для Кларка. И на велосипеде такой едет, еее. Я тебе дам себе рост на стороне, слышь? Ты что, офигел, что ли? Как ты смеешь говорить такое у меня в чате? Черт, я же запнулся, куда там ехать надо. Все, так, нам в качалочку вот туда. Сейчас доехали. Практически. Так, смотри, там себе рост, не балуй. Будем играть, не боись. Будем, мне самому интересно. Нам нужно передохнуть просто. Люди, которые проходили его, короче, они там сидели реально по 10 часов в день стримили. Ну, камон, я так, к сожалению, не могу. У меня тупо времени столько нету. Ой, не то врубил. Все, приехали. Мне кажется, весьма странно. Сейчас, конечно, будет наш, хотел сказать, Индра. Не Индра, этот Кларк. Смотреться на качалке, ну ладно. О, тут даже... Так, спортзал заниматься. Тут даже есть, короче, смотрите, этот бумбоксик стоит. Найс. Вдох-выдох, раз, два, три, четыре, поворот. Окей, давайте заниматься. Так, сила плюс один. Ага. Надо, блин, какую-то музычку, знаете, которая подойдет сюда, типа, ну ладно. А он, типа, даже ничего не делает. Наверное, надо какие-нибудь там, типа, включить эмоции ему, что ли. Так, часто используемые. Еще бы помнить, здесь что. Один раз посмотрел, конечно, нихера не запомнил уже. Так, не то. А тут же есть, по-моему, спорт или что-то такое, да? Да, спорт, во. Играть в мускул. Отжиматься, давай. Давай, Кларк. Пошел. Давай. Раз. Два. Три. Нихера он бодро делает. Четыре. Пять. Так. Давай. Давай еще. Еще. Ну, шесть. Давай, раз. Раз. Хорошо. Раз. Пошел. Нормально. Сейчас нормально нашего Кларка накачаем, короче, будет с собой таскать. Просто 10 тысяч пакетов сразу за раз. И ничего с ним не случится при этом. Кстати, видел игрушку Way Out? Видел, да, видел. Но, типа, там нужно вдвоем играть, я так понял. В одного там делать нечего. Поэтому как-то... Я поиграл, конечно, да, поиграл. Но, что прикольно, там я еще слышал, прям можно именно с одного компа вдвоем играть. Типа, подзвал, там, не знаю, какое-нибудь другое. У меня тут два геймпада есть, типа, взял, чик-чик, посадил рядом, короче, играешь, сидишь. Типа, знаете, заставить друга припереть его к себе домой, типа, все, сиди, будем сейчас с тобой стримить. Не видел про что там, ну, типа, про побег из тюрьмы. Там нужно с тюрьмы избежать и расплатиться с какими-то там чуваками. Я хрен знает за что, не вникал особо так чисто. О, характеристики, физическая сила, уровень 4 поднят. Найс. Да-да, побег из тюрьмы там. Побег из тюрьмы. Выглядит забавно весьма. Там прикольно, там прям, там, знаете, экран, короче, на две части разделен. Вот прямо вот у вас экран, вы видите его. Он разделен именно на две части. С одной стороны там у одного что-то происходит, с другой стороны у другого что-то происходит. И там, короче, можно и вдвоем все вместе это делать. Кого очень крутой вдвоем играть. Да-да, именно вдвоем нужно играть. Именно вдвоем. Фу, сейчас нужно позаниматься немножечко физнагрузочкой и потом водички попить. То бедолага наш, мне кажется, совсем высушится тут, пока будет упражняться.
А где посмотреть? Подождите, мы же где-то видели сами, да, вот эти вот типа наши способности. Где велосипед? Ой, здесь, рядом. Главное, чтобы он типа никто не угнал. Такое вообще может произойти? Чтоб непись сел, допустим, какой-нибудь непись сел бы на велосипед и уехал на нем в закат. Это было бы странно. И было бы... А, ну хотя с другой стороны, тут же, по-моему, рядом какие-то велосипеды есть. Возможно, мы тут тоже можем взять велик. Или тут другие, может быть, не знаю, не уверен. Так, давай что-нибудь-то. Что он там еще? Он может качать пресс. Так, руки подкачали немножко, да, с груди. Нужный пресс подкачать маленечко. Так, где он там? Спорт. Спорт, спорт под трусца. О, штанга, давай. Давай, Кларк. Ты должен, давай. О, да. Давай, потом взял, так, давай. Давай, ну-ка. Опа. Хорош. Опа. Не так-то прост наш Кларк, да? Не так-то прост. Может еще всем показать, как он умеет. Ну, типа, мне кажется, знаете, если бы кто-то его запалил, бы он себе на ногу бы сразу уронил гантели, ну, потом бы валялся в больнице. Мне кажется, он такой. Так, короче, нам нужно посмотреть наши умения, насколько они там выросли вообще. А самое главное, сколько мы теперь с вами можем таскать. Где это было, я не помню. Так, сейчас, по-моему, надо здесь выйти заново. Взаимодействие с собой. У вас способности. А, сила уровень 5 у нас, ничего себе. Так, уровень 5 это хорошо, конечно. Инвентарь. Ого, нихера, смотрите, мы помните, мы могли таскать с вами только 6 килограмм, по-моему, да? А сейчас уже 16,5. Ну, короче, постоим, еще подкачаемся немножко и будем готовы выполнять заказы даже на велосипеде. Просто суперкурьер Кларк мчит. Привозит вам пиццу, пока она еще горячая. Заказывайте пиццу у Кларка. Нормальная тема, мне кажется. Очень даже нормально. Так, физическая сила еще, смотрите, поднялась, ну-ка. Так. Ну все, базарит. NPC-шки ходят, что-то там по телефону трещат. Так, и до каких пор, интересно, он так может качаться, типа, бесконечно? Бесконечность не предел, или как там говорится, вот это вот все. Качаю еще, да я качаю, качаю. Надо, наверное, сменить что-нибудь, да, уже с гантели как-то перезанимались немножко. Так, что там за эмоции есть? Не, подожди, назад. Как назад сделать? Не знаю, так, без разницы, короче. Давайте уберем способности. Во, уровень 6 уже, смотрите, неплохо. Уровень 6, качается достаточно быстро, я так понимаю. Эмоции. Кстати, Чиф, как у тебя сегодня трансляция не тормозит, все нормально? Я сегодня, правда, еще и этот немножко понизил разрешение, типа... 720 сделано. Ребята, кстати говоря, да, как картинка? Скажите, нормально, все видно, хорошо вам, там ничего нигде не лагает. Плавненько, четенько, замечательно. Так, давайте, нам нужен спорт. Как говорится, как наша учительница по физкультуре еще в школе, помню, говорила, физкультура и математика. И там начинала чем-то зачесывать по этому поводу. Очень долго и упорно нам всем. Так, игра мускулами. Давайте йогой позанимаемся его. Ой, что так выкинул-то, хорошо, хоть не на ноги себе. Вернее, странно, что не себе на ноги. Очень странно. Давай. Оп. Какая у него растяжечка, однако, слушайте, а? Неплохо он умеет, да? Неплохо он умеет, однако. Отсвечивание бесит? Ты имеешь в виду от этих, типа, белых поверхностей такое свечение идет? Или какое у тебя отсвечивание? 360? Ужас какой. А чё, 720 вообще не тянет никак? У меня сейчас максимально 720 стоит, поэтому... Ну не, нормально, нормально. Это только сейчас просто, видимо, прожектор светит. Да, вон, видишь, как херачит в глаза прям. Жуть. Так, нормалды. Все видно. Если не смотреть на эту балку, то нормально. Так, ну что, давайте, я не знаю, сколько нам качать надо вообще эту хрень-то в итоге. Кто бы знал, да? Так, еще раз смотрим способности. По-прежнему шестой... А, так оно все, походу, не качается, слушайте, больше. Полоска-то не двигается, и шестой уровень, все. Инвентарь 19, ну, почти 20 килограмм. Как не сменил? Сменил. Сменил, видишь, дырок нету. Нету дырок. Все, накачались, найс. Ну, 19, 20 килограмм, короче, тоже лучше, чем 6, явно. А, слушай, она теперь дырка в другом месте появляется, но на руках, главное, нету. На руках нету. Спереди там иногда появляется, хрест. Мы же йогой не всегда будем заниматься, правильно, при людях? Нормально.
Так, взаимодействие, способность уберите, пожалуйста. Все, погнали. Погнали сейчас до таксопарка, тогда получается, затариваемся. Так, я, наверное, тогда даже из багажника. Тянет, но подгружает сейчас. Ну, блин, тут явно уже у тебя какие-то проблемы с интернетами. Так, моя техника, багажник, взять. Хот-дог в обертке, 2 штуки, пожалуйста, будьте любезны. Ага, а он на самом деле ничего особо-то и не весит. Ну и хорошо. Все, ну теперь, надеюсь, мы с вами сможем справиться с этой задачей. Погнали в парк. Упс, не то. Я вот что думаю, слушайте, интересно, а вот мы отправили сообщение, да, нашему шефу, так сказать? Господи, чувак, что у тебя с рукой? Как же он ее вывернул, ужас какой. Ну вот, мы отправили ему сообщение, но его типа не было в городе. Оно ему дойдет или нужно писать еще раз? Я вот не уверен, честно говоря. Так, номера. Давайте еще раз напишем. Раз чувак, я уже забыл, как его зовут, говорил, что он вроде как будет сегодня в городе. Давайте еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как его звать? Рональд, да? Рональд. Рональд. Добрый вечер, Рональд. Это Кларк. А скопировать можно? О, можно скопировать. Найс. Ништяк. Скопируем, чтобы потом постоянно не писать это одно и то же. Но нужно будет запомнить, что у нас скопировано, и случайно там не набрать кого-нибудь еще. Это Кларк, мы с вами вчера разговаривали по поводу трудоустройства. Так, трудоустройство. Ну и ладно, такое отправлю, сейчас только скопирую. Так, чик. Потом придет куча сообщений. Ну, придет и придет. Какой хер, наверное. Ничего страшного, короче. Ничего страшного, нормально. Не, нет его ни хера, короче, в городе. Вот ведь. Вот ведь. Черт, я уже рассчитывал на него сегодня, что мы сегодня с вами вступим в полноправные ряды таксишников местных. Таксовиков. Кэбменов. Ну, вы поняли. Вот это вот все. Но, видимо, придется сегодня опять заниматься вот этой херней. Ой-ой-ой. А что с картой-то? Нормально у тебя все, карта хорошо сейчас чувствуешь? Ладно. Поехали сюда. Затаримся и поедем отвезем. Нужны деньги. Нам, блин, нужны гребаные деньги. Мы мощь... Ауч, щит, мэн. Так, через 5 минут будет буря. Здравствуйте, мэм. Чё, не-не-не. Кларк просто надоедливый, слегка тупенький. Ты нормальный, Кларк? Он, кстати, нифига не надоедливый. Или надоедливый. Я не уверен насчет этого. Короче, сейчас через 5 минут будет буря у нас. Поэтому нужно где-то засейвиться с вами. Но буря, судя по вчерашней буре, они проходят как-то быстро. То есть ее типа просто запускают, и потом все, как бы можно практически сразу заходить. Видимо, может быть, как раз-таки после бури придет начальник. Вот, это было бы здорово. Надоедливый. Ну, в смысле надоедливый? Он просто узнает информацию, кому он. Язык, знаешь, и до Киева довезет. Не зря же так говорят, правильно? Вот, и он узнает информацию у людей, типа, как-то ж надо ему там, типа, жить вообще здесь, в этом городе. Прекрасном, замечательном. Так, ладненько. О, во, дорога для велосипеда специально, нихера себе. Класс. Что-то не обращал раньше тут на него внимания никакого. Поехали по ней тогда. Была бы она еще везде, было бы здорово, на самом деле. Крайне здорово. Ну нет, она, видимо, только здесь это идет. Ну, короче, тут, знаете, видимо, народ так тусуется в определенных точках. У таксопарка можно иногда кого-то встретить, собственно, тех же самых ребят, которые там работают. У полицейского участка, мне кажется, всегда народ есть хоть какой-то там, типа, и полицейские, и все остальные. Ну и больницы, типа, знаете, такие места обитания, кучкования народа. Где можно кого-либо найти когда-нибудь. Блин, я хочу уже машину на самом деле взять и типа на ней кататься. Ну ладно, сейчас пока деньги просто не буду тратить. Сейчас если мы с вами нормально поднимемся, типа... Посмотрим. Здесь опять сирена, слышите, да? Где-то сирена. Если мы с вами нормально поднимемся, ну типа как нормально? Хотя бы что-то заработаем. А нам направо... А нет, нихера не направо. Прямо потом направо. Ладно, нет, никого, поехали. Ну, конечно, да, конечно, я только поехал, сразу в машину поехали, естественно. Чё там бибигаешь? Себе подбигай, понял? Вот, поэтому посмотрим, сколько здесь денег заработаем с вами, и там уже можно будет даже арендовать. Либо можно на велосипеде, конечно, попробовать заработать, типа, на доставках еды...
как бы, потому что людей-то особо не повозишь. 500 баксов нужно, чтобы купить машину. Зачем в гетто ехать? Вы что, совсем? Что мне там делать, чтобы меня там замочили? Почем зря? Не. Не-не, сейчас нужно доехать до таксопарка, взять там заказик, набрать еды все вот это вот и поехать отвезти, попробовать. Я вчера говорю, я вчера за один, ну, за весь вечер катался, блин, на машине, сжег бензин на арендованной тачке, причем за 75 баксов, ага. Вот, сжег бензин, в итоге, короче, только одного человечка подвез. Типа он там, говорю, там, не письма, 50 баксов отдал, короче, я такой, типа, ну ладно, окей. В итоге потратил больше, чем заработал. Дом, конечно, нет, откуда у меня дом-то? Я ж бомж, вот у меня, все, что у меня есть, это $120, и все, и велосипед этот мой. Личный. Ну и одежда на мне, все. Телефон. Никаких домов, ничего нет. Откуда мне это возьмется-то? В город только-только приехали. Сибирус, ты когда рождаешься, ты там типа сразу королем мира становишься? Вряд ли. Так, нам бы, блин, главное, знаете, где-нибудь посреди дороги не оказаться, когда буря начнется. Сейчас такой херак, и я вылетаю. Еее! Классно будет, вот лучше по тротуару ехать. Сколько время, кстати говоря, сейчас? Там буря-то скоро будет, надо поглядеть. 8 вечера, по идее. А, ну вот сейчас должна быть уже. На картонке, ну да, нормальная тема. Не, ну по идее, как бы наш Кларк, получается, и спит где-то на картонках. Я же говорю, то в парке, то... О, все, здрасте, приехали. Окей, хорошо, я вас понял. Буря так буря, как скажете. Буря так буря. По факту получается, что наш Кларк спит как бы на картонках или там в кустах где-нибудь, не знаю, в парке в какой-нибудь на скамеечке. Так, ну все, давай, закрывайся. И насколько это буря? Ну, вчера на самом деле быстро зашли, я там буквально пару минут что-то потусил. Потупил немножко и все. Сейчас, короче, господа, давайте я тогда отойду на 2 минутки, биавк себе устрою. Вот, чайку себе налью заодно, вы пока здесь посидите, музычку послушайте и, в общем-то, вернусь и будем пробовать заходить обратно. Сейчас приду. Так, все, чатик, я здесь. Сейчас пробую заходить. Вроде даже заходится. Ой, или нет.
А, не, нихера не заходится. Ну ладно, будем пробовать сейчас. Сейчас зайду сразу в Дискорд, тогда, наверное, посмотрю, что там они говорят. Если у них, конечно, написано вчера, кстати говоря, так инфы не нашел. Что там, когда она прекращается, когда она не прекращается, насколько она обычно у них бывает. Короче, мне надо отлучиться, снег. Давай, Макс, давай, хорошо, окей, приходи, конечно, приходи. Так, Дискорд. Я говорю, Дискорд. Дискорд. Чик, сейчас зайдем посмотрим. Может, что-нибудь интересненькое сообщили. Но это не точно. Блин, я бы сегодня хотел уже реально устроиться нормально, чтобы, знаете, там не мучиться, типа, нормально отвечать людям, типа, на звонки, так скажем, на вызовы такси, да? Ну, получилось сегодня, кстати говоря, говорю, вот пока зашел, когда только, да, уже два вызова приходило, но я, типа, их не мог бы брать, естественно. Не мог я их брать, потому что лицензии нету у меня, к сожалению, еще. Так, что там они пишут-то, давайте глянем. И интересно, еще где это нужно смотреть? Я вот тоже не очень в курсе, честно говоря. Если быть уж честным. Так, ну тут что-то нихера нету. Не вижу никакой инфы. Так, меня, может, здесь? Где они вообще, интересно, могут пробурить, пройти? Рестарт. А, ну вот, рестарт, типа. И чё? Нихера непонятно все равно. Так, здесь тоже ничего не написано. Так. Ну, я так думаю, что нужно просто пробовать заходить. Они обычно это все быстро делают. В принципе, уже сколько? 8.05 получается. Давайте пробовать будем. Ну, я сейчас смотрел, на самом деле было написано очень странная информация, типа... ну сейчас full сервер, конечно же. Да? Full сервер? О, нет, что-то даже вроде пытаются зайти, ничего себе. Но когда я пытался первый раз зайти, было написано, типа... 34 из 32. Странно, конечно, но ладно. Ну, вроде сейчас загрузка пошла, вроде как идет. Я не знаю, пустит ли меня дальше, потому что вот сейчас буквально пару минут назад так же делал, вроде загружалось, а потом опять в итоге выкидывало меня. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все нормалды будет. И у нас с вами получится. Чатик, как у вас-то дела, рассказывайте, как вообще неделя трудовая, что интересного видели, что не видели, что слышали. О, кажись, зашел, слушайте. Ну, по крайней мере, появился в этом странном облике, в этом странном месте, где обычно. Типа, появляемся. Почему такие маленькие сервера? Больше не сделать. 5M, максимум 32 человека. Тестировать вроде как 64 человека, но там какие-то у них проблемы, типа, с голосовым чатом возникают. Как, насколько я слышал, типа. Вот, то есть, так просто уже, видимо, там это все не настроишь. Но вроде тестируют, вроде бы потом должны будут появиться и на 64 человека сервера. Я хер его знает, я же в этом не разбираюсь, почему они там не могут сделать. Но какие-то, значит, проблемы вот возникают. Ну, я думаю, слушай, если там, допустим, было бы человек 200, то такие бы, наверное, лаги жуткие были вообще. Хер его знает, не знаю, короче. Получается, пустой мир. Да нормально, на самом деле, нормально. Все равно, видишь, людей встречаем, разговариваем там, т.д. и т.п. Постоянно тоже, знаешь, типа, со всеми там, с одним поговорил, с другим поговорил. Такое себе нужно, да, и паутировать как-нибудь одному там поездить, что-нибудь поделать. Так а пока еще, ну, типа, загрузка идет, что включать. Сейчас загрузимся, включу. Загрузимся, включу тогда. Вот так пока что-то на этого желтенького чувачка смотреть. Ну, кстати, я пока здесь один стою, что странно. Может быть, еще и не запустилось. Хер его знает. Пробуем. Я бы на самом деле еще вот что. Я бы еще... О, все, появились, кажись. Так. Почему какой хер я стою около на дороге вообще? А где мой велосипед? Ёб, твой велосипед-то пропал, слушайте. И мы посреди пути, да? Вот говно. Ой, я знаю, что сейчас делаю. Сейчас попробую вызвать такси какой-нибудь. Точно. Черт, велосипед-то дропнулся. Отстой. Мы-то как бы с вами здесь, конечно, стоим, да, но... К сожалению, вот так. Да картинка себе рос, вот, господи. Что это все? Неугомонный какой. Все нормально, я помню. Так. Ну, там уже опять сирены ездят. Давайте вызовем такси, короче. То, что без велосипеда так ходит себе. Так, службы... Ну, мне кажется, таксистов сейчас нет ни хера никого. А, чувак... А где твой телефон? Почему он невидимый какой-то? Ну-ка еще раз, подождите-ка. О, все, заработало.
Так, таксишки. Я не понял, я такси вызываю? Вроде такси. До таксопарка. До таксопарка. Пожалуйста. Пожалуйста. Я точно такси не вызываю? Никакую там ни полицию, ни механиков, ни медиков? Да вроде да. Да. Сиберс, ну чтобы стать полицейским, типа нужно там заявки писать, херявки, вот это все. Тем более мы только начали играть, нужно вникнуть, проникнуться, посмотреть вообще сам мир, что здесь да как. Там же столько правил всяких разных. Лол. Чё-то какая-то сложная дорожная ситуёвина у них случилась, кажется, да? Если дамочка там дает за рулем. Ужас какой. Ну, короче, походу, хер нам, а не такси, да, потому что что-то не видно было сообщение, что кто-то выезжает, чтобы нас забрать. Чиновником, ну, только губернатором. Только губернатором, и пост, естественно, занят. Тут можно быть полицейским, медиком, таксистом, механиком. Ну, можно гражданским. Ой, лол, телефон в руке остался. А как это убрать? Чё за херня? А, во, всё норм? Ушел? Да нет, как... Что за говно, алё? Чёрт, телефон к руке прилип, алё. Можно быть граждан... Да, в смысле, профессия... Да тут делать не в профессиях. Можно РПшить вообще, говорю, гражданским, без профессии. Типа, там, какую-нибудь, не знаю, свою группировку организовать. Или чем-то типа того, там, кружок по интересам, не знаю, без разницы. Это РП, тут делай все, что хочешь. А как раз-таки, вот, когда ты на какой-то профессии, твой РП, получается, ограничивается. То есть, типа, ну, понятное дело, да? Хотя бывают, типа, и банды таксистов, там, и банды механиков. Здесь, по-любому, тоже какая-нибудь херня такая творится. Как мне гребаный телефон убрать из руки? Что за дичь? А, во. Нет, не убрал нихера, твою мать. Как это убирается? Ну, видимо, никак. Ладно, я понял. Будем с прилившим телефоном ходить. Армия? Не, зачем здесь армия-то? Ну, на, вообще, по-моему, где-то она бывает, я слышал. Тут есть, наверное, какие-нибудь спецподразделения, типа Альфа, там, Хер Альфа, такое что-нибудь. Но это те же самые полицейские, просто они когда нужно переодеваются, типа, выезжают там на рейды всякие. Не уверен, если есть на этом сервере такое, либо нет, но... Короче, это пипец, нам что, опять пешком идти туда? Ну, серьезно, повторяется вчерашняя прогулка? Что за голяк? А, ну, в принципе, конечно... Да далеко. А до велосипеда где ближайшие здесь, да? Где-то были, по-моему. А вот. Да. Такое себе. Ну пошли, я хер знаю, что делать. Пойдемте. А сколько мотороллер? Подождите. Можно арендовать мотороллер. Тут же мотороллер недалеко, по-моему. Во. Сейчас, сейчас, сейчас. Он, по-моему, уже дешево совсем стоил, да? Вот здесь. Сейчас дойдем. Потому что, ну, капец, уже заманался бегать. Вернее, не я, а бедный Кларк заманался бегать уже, мне кажется. Подушку уснашивать. Так, и нужно попить, кстати говоря. Так, минеральная водичка. Пить. Чик. Ну, так-то лучше. Так-то лучше. Все, вперед, Кларк. Там гоняют, блин. Сейчас нужно, знаете, что настроить? Нужно звук, мне кажется, в игре потише сделать. А то что-то прям как-то орёт, орёт, капец. Во, нормально. Так-то лучше все. А голоса нужно громче, чтобы были. Бенды медиков, ну такое себе. Хотя, может, и есть, не знаю, почему бы нет. Тут может быть какой-нибудь, знаете, главврач, типа наркобарон, хер его знает. Может быть и есть. Ну, понятно, что дело тут в каждой структуре, да, там, типа, вот у таксистов тоже есть главный, типа... Кто заведует этим, этим таксопарком, типа у полиции там капитан полиции есть, у медиков там главврач есть. Все в таком духе. Типа организовывается все вот это вот и там управляется дальше уже. Но знаете, типа что, типа вот допустим у полиции есть оклад, да, то есть он платит там в час сколько-то, у медиков то же самое. А, получается у таксистов вроде как нету, то есть типа сколько набомбил, столько и набомбил. Женщин тут вообще бывает, конечно, много, кстати, девушек играет. Ну, они, в основном, мне кажется, как раз-таки медики и полиция, скорее всего. Вряд ли механики и вряд ли таксисты. А, подождите, нам куда идти-то? Не, все верно, пошли, пошли. Давай, давай, Кларк. Аккуратненько, только не упади, пожалуйста, посреди дороги. Давайте здесь обойдем. По-моему, как раз-таки нам туда и нужно идти. Я очень надеюсь, что он, зараз, недорогой. Типа, если он до 20 баксов, до 20 баксов,
то нормально еще. Я арендую, чтобы тупо доехать за 20 баксов до таксопарка. Хорошо, я согласен, но если больше, то я не знаю уже. Но с другой стороны, опять же, мы можем заработать сейчас, да? Непонятно, правда, сколько заработаем, но сколько-то получится заработать, уж точно. Блин, как же раздражает этот гребаный телефон в руке, ну просто жесть какая-то. С какого хрена он там убирается? Ну это вроде как бабуля какая-то. Типа, то ли не убрать никак, то ли там каким-то определенным способом убирается. Во, вот опять появился, блин, заказ, правда уже другой, естественно, потому что вылетали. Так, ну мы уже близки к цели. Сейчас подойдем до места, где можно арендовать. Я помню, там такой мотороллер был. Единственное, что у меня, типа, как бы права Б, но я вроде как на мотороллерах слышал, что не нужно. Хотя могу ошибаться, честно говоря. И помните, да, вчера обсуждали этот странный перекресток. Типа, там стрелка есть направо, а по факту сюда нельзя, типа, потому что, ну, типа, знаки стоят, но они стоят в эту сторону, и оттуда, когда едешь, можно их тупо не заметить. Странная херня. Вай, чебурек, привет. Привет, привет, здорово. Так, о, кто-то есть даже. Ну вот и свалил сразу. Видимо, тоже арендовал, да? Чтобы доехать куда-нибудь. Так, смотрим, давайте. Собственность, ну, собственности у нас нет никакой. Арендовать. Акума 2600. 376. Ой, что-то такое ощущение, что нам даже денег не хватит, да? Да супер, супер, чебурек. Спасибо большое, как сам. Так, 932, 20... О, 55 баксов, ёб твою мать, ну хер знает. Хотя не факт, что так... Кстати, я даже не знаю, какие расценки у такси, типа, ну, сколько там с людей они берут, допустим, за километр, или как они тут рассчитывают, надо будет узнать обязательно. Так, 800, 600. Ну, понятное дело, что, типа, он самый дешевый, но 50... 50 баксов, он полиция поехала, кстати говоря. 50 баксов, я не знаю, честно говоря, хз, чтобы доехать. Может, пешком пробежимся? Far Cry 5 предзаказал. Нормас, нормас. Да я что-то не знаю, я до этого Far Cry играл, как, ну, типа, надолго меня все равно не хватало. Не знаю, не мог заставить себя долго в нем сидеть. Типа, поиграл такой там, да это, ну, окей. Короче, что делаем, чат берем, не берем за 50 бачей в аренду. То есть мы сейчас возьмем, а потом он как бы исчезнет. Чисто доехать или пешком дойдем. Давайте, выбирайте. Так, короче, сделаем, я уже не знаю. Призвать свой велик. Но он, типа, только в определенных местах, да. Не во всех же гаражах он... Ой. Он, типа, он есть только в гаражах, собственно, собственного пользования. Типа, там, около дома, допустим, твоего, да. И, соответственно, в гаражах, где продаются велосипеды. Ну, либо в таксопарке. Мы там работаем. На месте работы, видимо, тоже на месте работы тоже есть. Пешком очень... Блин, вчера уже бегали пешком, даже дальше, чем отсюда. Ходили пешком, до этого дошли, до, в итоге, до участка. Там один человек был, короче, поговорили с ним. Мол, типа, где все таксисты? И в итоге он тоже не знает нихера. Он такой, ну ладно, окей, хорошо, пойдем дальше. Типа, пошли дальше, и в итоге пешком таки дошли. На самом деле, это только кажется, что далеко очень. На самом деле, быстро доходишь. В принципе, норм, можно добежать. И там наш велик нас ждет, в принципе. Экономите пешком. Это мне тоже жаба душит, типа, 50 бачей, типа, выкладывать за аренду этого байка. Что-то такое себе. Блин, чертов теле... Ого. Ого, чатик, закройте глазки. Вам есть 18 лет? Ого. Что за звездец тут творится? Да, ладно, оставим их, пожалуй, вдвоем. Не стоит им мешать. Ух, твою мать, еще здесь машины стоят. Что-то тут неладное творится, по ходу дела. Так, только меня не сбейте, пожалуйста, спасибо. Спорт-то жизнь. Наш, кстати говоря, Кларк спортивный весьма парень, там мы поднакачались. Поднакачались сейчас на пляжике с ним немножечко. Шок-контент, ага. Не говори, он самый. Извините, сэр, у меня денег нет совсем. Последнее, вот, знаете. Так, перебегаем. Как говорится, если начал перебегать, то уже это будет любезен, не останавливайся, да? Что-то даже копов на месте нет, нихера себе. Ни одной машины не стоит. Обычно... Бать, ты как там, нормально? Нормально. Окей. Вот тебе, ты говорил, бомжи нет. Вот тебе бомжи. Смотри, вон подворотни, видишь, заходишь, там целая стопка их валяется. Вон везде тут. Не-не-не, извините, пожалуйста, я не хотел вас отвлекать от ваших дел. Твои братишки, не-не-не.
Наш Кларк хороший парень, он не может быть бомжидзой. Ну, не, как бы денег у него... Ни хера, что-то реально до хера здесь. Денег у него, конечно, как бы нету, но, типа, нормально. Мы еще не успели до такого опуститься пока что. Так как знать, может быть, скоро уже совсем. С такими, знаете, темпами, если мы ни хера сами заработать не можем, то вполне может быть. Так, нужно попить. Опять пить хочет, зараза. Нам вообще еды-то хватит? Я помню, что по пути здесь точно магазинов нет. Вот это я точно помню, где купить бы жраку можно было бы. Такое себе. Так, инвентарь. Где-то наша минералочка. Щик. Я еще купил вчера хот-догов, кстати говоря. Вот этих вот обычных. Тоже можно пожрать. Кушать. О, нихера, он заправляется неплохо, слушайте, едой. Там кто-то на байке гоняет. Ужас какой. Снять квартиру в самом бедном районе можно? Ну, можно. Я не знаю, сколько здесь самая дешевая квартира стоит. Ну, в районе 1008... Не, хотя вообще не знаю. Я с этим сервером не особо знаком и ценников здесь не знаю. Поэтому... Получен вызов такси. Уважаемые таксисты, не сочтите за грубость, но не могли бы вы привезти пару пакетиков мармелада, гранатовый сок и рыбу? Нужно в больницу. Я привез, но я, блин, пешком, типа, камон. Сорян, чувак. Я только, кстати говоря, от больницы отошел. В той стороне. Дамы. Так, что, красный, да? Ну ладно. Погнали. 5 бачи. Не-не-не, тут надо именно, типа, покупать ее. Нельзя, типа, ренту платить. Просто именно берешь и покупаешь. Ну, смотри, типа, 5 бачей в день. А как бы, ну, а если, допустим, не захожу 3 дня, и что? С меня деньги снимаются? Или ты имеешь только когда ты онлайн такой зашел, типа, ага, сегодня тебя деньги еще снимали и взяли? Ну, не-не-не. Так, типа, купил и все. Ты один играешь? Ну да, да. У меня по квенте, типа, персонаж. По квенте персонаж с Аляски приехал. Единственный сын в семье. Сбежал, можно сказать, от батьки своего. Никого здесь нихера не знает. Ну, вернее, как уже кого-то знает, конечно. За эти пару дней. Тебя выселяют, логично же. Ну, то есть ты, типа, не заходишь в игру один день, и тебя выселяют. Правильно тебя понял? По сути, здесь квартиры нужны для того, чтобы, типа, переодеваться, там, хранить всякую штуку у себя дома, и как бы, и вот. Ну, тоже, знаешь, типа, каждый раз выселяют, типа, я допустим, не играю каждый день, да, и чё, постоянно будут выселять? Хрен узнает, такое себе. Аренду платить-то нужно, ну, как бы, ну, блин, Сибирс, это ж тебе не совсем прям житуха-бытуха. А чё есть такое, интересно? Опять какие-то бомжи. Жесть. Мэм, с вами все по порядке. Что-то там все по заднице гладит, ладно. Не буду вам мешать, извините. Тут такие дамочки собрались, короче. А, это автомат с водой. О, лимонадики. Доктор Пропер, мармеладные червяки. Мэм энд Дэм, мемс. Ореховый коктейль, печенье Орево. Орево. Звучит по-деревенски весьма. Орево. Сэндвич с курятиной. Нихера себе, пахнет нормально. Окей. Элиен, Эль Тигре, энергетический батончик. Я понял, ладно. У нас пока есть что поесть, попить, поэтому не будем деньги опять же тратить лишние. Так, я здесь, помню, я здесь срезал вчера. Можно также поступить. Блин, как же бесит этот телефон в руке, прям невозможно, а? Смотреть на него. О, а вчера здесь тачка стояла, сегодня... Так, сгруппировался. Получен вызов такси не туда. А куда, друг, если не туда? Куда? Ладно, я все равно пока не могу принимать. И хорошо, не мешай. Да уж не мешаю. Блин, а у вас что, опять только сейчас была видна та тетка, короче? У вас такое опять отставание идет? Жесть, какая-то задержка получается. Что ж такое с задержками-то творится? Ужас какой-то, прям какие-то миллиарды на секундные. Ужас, ужас. Так, ладно, мы уже... Тут вчера, кстати говоря, охранник ходил, светил фонарем. Ну, типа, просто местный какой-то. Но было забавно, если атмосферно. Так, где-то здесь можно было пролезть. По-моему, там дальше как раз-таки. В самый тупик. Но мы практически уже дошли. Уважаемые таксисты, не могли бы привезти пару пакетиков мармелада? Да, чувак, хватит спамить, алло. Нет, не могли бы, я занят. Я занят тем, что я иду хотя бы до таксопарка, чтобы взять чертов... велосипед, на нем развести пару заказиков. Господи, боже мой, хватит.
Прикиньте, короче, мы такие приезжаем, да, к больнице на велосипеде. С Кларком вместе такие, типа. Здравствуйте. Вы заказывали здесь мармелад? Мне кажется, это было бы весьма забавно. Ну чё, красавчик наш Кларк-то, да? Нормальный щелик. Это я пишу медленно, а? Я понял. То я думаю, что там капец, прям чуть ли не полминуты прошло, если не больше. Ну ладно, нормалды тогда. Так, где все нормалды? Все, все, вот тот самый парк. Тот самый парк, сейчас мы почти уже у цели. Почти у цели. Блин, надо будет начальнику еще написать. Ну ладно, сейчас хотя бы один заказик отвезем с вами, да? Чтобы поглядеть, сколько нам денег за это дадут. На самом деле, я когда раньше заходил сюда, давно-давно, короче, тут была система другая. Вот как раз тебе заказ такой приходил, мол, и ты должен был заехать купить это дело, по-моему, если не ошибаюсь. Типа, тратил деньги, потом тебе, ну, собственно, отдавали, мол. А сейчас видите, как все здорово. Пришел, в одной точке затарил все. О, что-то... А, типа, здесь не пройти? Что-то за стеклянная херня такая. Или что это такое? Ой, лол. А, вот тут можно пройти, по ходу дела, да? Тут реально можно... А, нет. Чё за ерунда? Как это работает? Почему есть какая-то стеклянная хреновина стоит? Ну там что-то есть внутри, смотрите, какие-то точки прям туда можно подойти как-нибудь, значит. Ладно, хрен с ним. Не для нас, видимо, была эта ягодка построена. Или как там, не для нас-то ягодка зрела, да? Окей, хорошо. Я тогда просто пойду в таксопарк. Тын-тын-тын-тын-тын. Так, сейчас дойдем, нужно будет еще раз начальнику написать. Какого черта, я хочу официальную работу, хочу официальное трудоустройство, камон. Кларку нужны деньги, иначе он совсем бедолага реально сейчас будет скоро валяться. Вот так вот где-нибудь в подворотне, в такой вот позе, короче. Еще планы по играм есть? Да как таковых вроде особо нету. Сейчас классные всякие штуки выходят, в которые нужно не одному играть. О, кто-то есть уже из именно лицензированных таксистов. А это не Михаил? Ой, это Михаил, кажется. Пойдемте поговорим с Михаилом. Хронический синдром? Хронический синдром чего? Твою мать! Ой, споткнулся. Михаил? Приветствую. Да, добрый вечер. Я ей сначала вот не признал. Вы ли это там сидите? Да, это я, выйти. Ага. Слушайте. Кто-то приехал в штат. Ну тут это буря опять была. Да, буря была. Теперь даже рация не хочет работать. Ага, слушайте, а вы... Здорово, слушайте, Рональда не видели? Вот, и да. я его тоже как бы еще хотел, вот, Михаил поинтересоваться, может, видел его? Нет, сегодня еще пока не видел. Я вот... Операция не работает. А то это вчера с ним говорил уже, да как говорил, что вроде как бы будет сегодня. Ну, раз говорил, что будет, значит будет. Обычно он бывает. Только что из-за бури может быть что-то. Где-то вот. Ну вот, я просто еще и до бури-то пытался до него дозвониться, но что-то его не было. Хотя вот говорил, что днем вроде даже бы будет. О. Он приехал. О, найс. О, хорошо как. Рональд приехал. Сейчас будем чуваком за это. Вечер добрый. Здравствуйте, Рональд. Да, добрейший вечерочек. Эй, что ты к нему пошел? Что там с лицензией? Все, в принципе, лицензия есть. Вам теперь нужно будет купить машины. Здесь. Mm-hmm. Хоть бы не касались. Как же херово слышно их, капец. Понял. Стоп, чем бы не кастомс? Рональд, можно спросить? Да, слушаю.
Дело-то в том, что как бы сейчас пока с деньгами проблемы, и я только могу себе позволить арендовать. Ну, арендовать не получится, нужно именно покупать. Я бы вам помог, но меня сегодня грабанули, и у меня еще один цен. О, господи, ёшки матрёшки-то, что как-то неудачно, и обратились в полицию. Да, все, обратились, естественно. А, я не знаю, $500 где вы можете заработать, можете мусор повозить, там достаточно быстро. Я вот просто... Да здесь вот в психу хоть можешь. Да, вот. Думал-то, может... Пассажи в казнах повозить место, или еду подоставлять. Пока вот, да, доставкой может позаниматься, подзаработать-то $500. Да. А скажите, Роланд, а вот эта лицензия-то как ее оформить-то надо? Это вы как... Нужно потом вот ехать в ПДД и там зарегистрировать, когда я вам ее выдам. Ага, я понял. И как это, процесс, как он вообще проходит? Надо как-то... Вы должны сейчас выдать или как попозже? Давайте вы как машину приобретете уже, чтобы полностью все закончить, тогда я вам лицензию выдам и все. А местных вы можете возить без лицензии. Да. На синей желтшине, а на какой-то своей. Да, это я понял. А вот скажите, вот собственно, доставка еды. У меня есть велосипед, я прям даже на нем могу ездить. В принципе, да. Ага, я вас понял. Ну, тогда я, наверное, поеду поработаю немножко, и как будет у меня денежка, я машинку куплю и к вам обращусь. Хорошо. Все, спасибо, тогда я поехал. А, Рональд, еще вот такой вопрос. Не можешь мне подсказать, где можно здесь, кстати, приобрести? Так, ну, короче, нам нужно с вами, блин, сейчас баксы зарабатывать, ёб. Чик. Найс. Но главное, что на нашем велосипеде, смотрите, это то, что у него есть отличный фара, да, смотрите, который светит просто замечательно. И что, на херня, ладно. Тогда вообще без понятия. Так. Рональд, извините, а можно еще вопрос? Да, слушаю. А вот машину-то нужно будет покупать, вот эту вот желто-синюю, да? Да, вот здесь вот. Ага, и потом ее как-то переделают, да, мне? Угу, да, со мной поедете, и вам ее переделают. Ага, я вас понял. Ну ладно, тогда на связи будем. Окей. Ну что, пошли фармить. Что нам надо? Холодный чай, 2 штуки, да? Блин, надеюсь, нам сейчас-то поместится. Холодный лимонад, 2 штуки. Так, энергетический напиток, 1 штука. Я не знаю, ой, я извиняюсь, чатик. Может, нам сразу дохера всего, типа, купить, чтобы, знаете, постоянно сюда не ездить? Или как это работает тут? Русский борщ. Русский вкусный борщ. Так, чик, борщ. Холодная кола. 1 штука, да? Вкусный такос. Очень вкусный и питательный такос, замечательный. Так, вкусный такос, 2 штука, спасибо. Херсть заказ тут, капец, как будто люди, знаете, на месяц все набирают еды. Так, упакованный кебаб. Чик. Так, упакованный кебаб есть. Я не понимаю, я взял его или нет? 1. Привезти пару пакетиков. Что-то у меня нихера не работает, короче, как надо, ладно, я понял. Коробка пончиков. Где-то она была. Коробка пончиков, 2 штуки. Почему-то опять не работает сбоку сообщение, когда типа что-то берешь, оно должно вылезать, но сейчас нихера не вылезает. И это немножко бесит. Так, сэндвич в коробке. Сэндвич в коробке. Ну я вроде как взял, да? Сейчас у меня же есть теперь-то все. Надо проверить. Ой, не туда. Так, вместе с собой инвентарь. Ну да, вот это все есть у меня. Но я не хочу перезаходить ради этого, типа. Хотя, конечно, надо. Так, там Михаил-то есть, что он там делает? Прям с ним поговорим еще немножко. Михаил? Ну что, Рональд сказал?
Да, знаете, сказал, что пока машину не куплю, не получу лицензии. Вот, собственно, на своей звере вот этой машине замечательной поеду сейчас заказы людям развозить. Ну, хоть то, и то хлеб будет. Ну, так, да, вот именно, хотя бы хлеб, а то, знаете, уж совсем вот тут где-то вот уровень кошелька моего где-то вот там, знаете, вот под ногами у нас. Да, знакомо. Вот, и как-то, ну, знаете, хорошо, хоть этот велосипед купил себе заранее, как только вот приехал, прям, знаете, первым делом. Ну, что, неплохой велосипед. Ну, быстро, да, наверное. Зато, знаете, ноги накачанные, крепкие будут там, сильные, вот это вот все. Да, это вообще классно. Вот, и как-то это поеду сейчас попробую. Вот, взял, набрал вот в том окошечке там вот кей-бабы, знаете, этот борщ. Ну да. Поеду. Конечно, маловато платят, но хоть что-то будет. Ну, знаете, мне нужно буквально накопить-то $500, чтобы машину смог купить, и тогда уже как-то и может получше все это будет. Ну да. О, слушайте. Да, уже будет получше, местные хорошо иногда платят. Вот, Михаил, я хотел как раз-таки поинтересоваться, а сколько вы берете-то, как вообще у вас расчет происходит? Ну, а с приезжего $15 в километр. Ага, то есть он как бы ставит метку в навигаторе, и вы смотрите там уже сколько получается. Да. Ага, я вас понял. И как вообще заказы-то часто бывают? Нет, мы больше с местным. Ага, ну тут тоже получается на диспетчера вся надежда, да? Ну да. Вот в основном, конечно, местные больше заработок на местных, но если есть заказ, то приезжает мне это в штат. Ну, в штат приезжает, но редко вызывает такси. Ну да, вот это понятно. Но я, кстати говоря, вот приехал, когда хотел сразу вызвать, но что-то как-то не получилось, знаете. Пришлось пешком ходить. Да, я тогда был на один на смене, я помню. Ну а вот, я как раз и на севере был в то время, поэтому, чтобы кидать с севера клиента, который, как говорится, денежку даст. Ну, то это ну, понятно. Тем более далеко. Понятно, конечно, да, конечно. Я бы подвез бы, если бы мог. У меня просто слишком часто на север езжу. А что там, люди часто ездят, да, туда? Ну, бывает. Некоторые на гору хотят посмотреть на фуникулёре. Кто-то там в магазин. Как же он заикается. Обсерваторию, еще. Ну, короче, люди с севера богатые. Там золото, лес. Ой, тут даже и обсерватория есть какая-то, да? Да, есть обсерватория. Ой, здорово, нужно будет как-нибудь съездить, посмотреть. А ну, то раз, если купите машину, будете это кататься и на заказ, именно обсерватории забирать. Ну если да, нужно. Я вот, знаете, вчера все-таки тоже в аренду взял машину и покатался немножко по городу здесь, вот везде по округе, знаете, чтобы ознакомиться немножко хотя бы как-то. Ну, в итоге, конечно, ушел только в минус, понятное дело. Заказ только один пришел на человека от диспетчера, и все, и как-то. Ну, хоть, знаете, посмотрел немножко город. Ну да. В курсе, что сейчас же новый закон вышел вчера. Я это просто сам поздно его увидел, что... Михаил, вы как-то пропадаете немножко. А, ну бывает. Буря магнитная срабатывает. Ну я ж нихера не понимаю, что ты говоришь. Ага, так и что вы говорите, какой закон? Закон то, что тот, кто не имеет лицензию таксиста, в данной территории находиться запрещено. Штраф от $2000
Или срок лечения 60 сроков. О господи, что ж вы молчали? Тогда я пойду. Да не бойтесь, вы уже с Рональдом разговаривали, так что он уже в курсе, что вы будете с нами работать. Да, господи, я перепугался, думал, сейчас где ж я 2000-то достану. Не. Я вас в обиду уже не дам. Я вас уже знаю, поэтому... Ой, ну спасибо, а то, знаете, как груз с души упал, то уже начал думать, у кого бы занять-то денег, а на машину-то нету, а тут еще и штраф, господи. Вы, самое главное, вот, ну, старайтесь вот сейчас это... Возьмите наставочку, велосипедик, там взяли, прокатились, Машинку купили сразу Рональду, чтобы он вам лицензию дал. И все, и тогда уже... Да, вот я сейчас стоял с ним тоже. Вот говорил там, он и сказал, что, мол, как машину куплю, сразу ему набрать, и поедем с ним тогда. И он и лицензию даст, и машину переделает. Вот такие же диски поставит, покрасит, и вот это вот все. Да, это для того, чтобы... И тогда надо будет сразу вот такая форма, как у меня... Ну да, но я уже, знаете, как по привычке почти нажаловался на то, что денег-то нет у меня, и он сказал, что по форму можно и попозже, как деньги будут. Главное, это машина. Да, можно и попозже, главное, чтобы, да, машина заработала, чтобы уже выехать, в смену выйти. Ну да, это тоже, думаю. Так что как-то так. Так что давайте... Не буду вас задерживать, потому что время – деньги. Да, это да. Время – деньги. Все, это само что... собой, да. Если мы будем стоять болтать, ни у кого ничего не будет. Это вы верно подметили. Как раз-таки за заказ-то и висит. Люди, наверное, тоже ждут едут, это все-таки надо попривезти им. Да. Они местные такие, иногда нервные бывают. Да, ну вчера, вы знаете, подвозил одного тоже, все говорит, быстрее, мне быстрее, а попаздываю, а я ему говорю, ну тут нельзя быстро ехать, то мы же в городе все-таки, сейчас еще оштрафуют, не дай бог, а он все быстрее. Ну, кое-как доехал, избавился от него, уже думаю, слава богу. Да, и это очень нервные есть люди, поэтому... Кому-то быстрее, кому-то потише, кому-то еще что-то там. Ну да. Кому-то это в пупке почесать надо. Всем не угодишь. Ну да, это психология тоже, как это, как и полицейские, мы должны быть. Да ладно, надоел, сам он не прочь потрещать, мне кажется. Ну да, ну ладно, Михаил, я тогда вас не задерживаю, поеду заказики подоставлю. Да, я вас тоже задержу, да. Все, как бы я могу и... На своей машине покататься, у меня тоже это свои еще дела. Ну, я вот сам думаю, или поехать в смену. Да я явно, видите, хочет потрещать. А, ну то хорошо. Может быть, когда-нибудь и буду работать тут и тоже на свою машину заработаю, кроме вот этого вот велосипеда. Да. Ну, сам вам скажу, что вам надо... Да не смотрите, он меня не отпускает. Из самых дешевых машин, это, говоря, она, ну, 600 баксов стоит. Своя машина самая дешевая. Ну, она, наверное, совсем еще хуже, чем вот эта вот, наверное, да? Ну, как это? Не совсем. Я могу сейчас показать вам. Или вы видели мою машину? А я, честно говоря, и не помню уже. Вроде бы не видел. Сейчас покажу. Да, хорошо. Добрый вечер, коллеги! О, салют! Добрый вечер. Салют, Йохан! Да, добрый вечер. Я вот... Да, мы сегодня без рации, так что... Нормально, сегодня без рации. Сборище таксистов, короче, нормально. Да, вот я еще и пешком от больницы добирался. Извините, вас как зовут? Нечем. А, я Йохан Штранди. Йохан, так, очень... я подумаю, выкачу машину. Ага, приятно. Я как Кларк, скоро тут с вами буду вместе работать тоже. Новый коллега, да, мне уже говорили о вас. Да, вот, приятно познакомиться. А хер знает, дедок или не дедок. Банда таксистов, да.
Так, Михаил, вот это ваша малышка, да? Да, та машина, если такого, только убрать, если темные стекла, другие кольца, и убрать от какого, кенгурятник этот, ага. То вот эта машинка, 600 баксов. Так она это как внедорожник, что ли, получается? Да, внедорожник, два места, кузов, так что... А, ну неплохая. Неплохая, конечно, да. Нужно будет пересмотреться. Обычно только в красном цвете идет. Вот. Это... Да. Обычно она такая красненькая. Ну идет поближе, посмотрим. Красный едет быстрее, потому что или почему? В черный цвет перекрасил. Михаил, вы не находите, что эти штаны очень сильно жмут. Штанишки, конечно. У меня другие штаны, так что не знаю, что. Да, Йохан, вы знаете, кажется, у Михаила пошире штаны немного. Да, у меня штаны пошире. У вас вроде свободнее, да. Я посмотрю, что вот эти штаны них твобла. И ботинки я такие не ношу. Воткнул, как они тебе влезли-то сюда, да. О, видишь, вот видишь, влезли, видишь, как хорошо. А вы к покраске машину готовите? Смотрю, как-то ж поподлёвка немножко везде тут. Нет, это такой дизайн. Да, уже покрашено, понимаете? А, вот она, я понял. Да, она поэтому стоит... Чё сказал? Ни хера не понял. Обычно она стоит $600. Господи. А, понятно, да. Это у меня так или это у них так лагает? Да, можно было бы уже две купить. Мне кажется, это за стримом. Господи, что происходит? Я ничего не понимаю, что они говорят. Мне кажется, это... Они понимают друг друга, я их не понимаю. В России си такое было. Вообще было классно. Слушайте, говорят, там только на таких и можно. Я, честно говоря, там не был никогда. Но слышал, что дороги там не в лучшей форме, да. Ой, там ужасные дороги. Только что происходит? Почувствуй себя на их месте. Вот у вас, если вдруг будет заказ на гору Челябинск, тогда вы поймете, какие в России дороги. Ага, я надеюсь, что не будет это заказов-то на эту гору. А что там на этой горе-то есть? Там вид красивый очень, самая высокая точка острова. А, там эти парочки, что ли, собираются обычно? Место романтическое. Да, там парочки и пумы, знаете, тоже любят очень собирать парочек этих пумы. О, господи, божечки, господи. Пумы еще что? Какие тут опасности-то у вас еще есть? Лучше с голыми руками туда не ходить. Да, я думаю, если туда ездить... Вообще опасно с голыми руками ходить. То лучше из машины вообще не выходить. Чтобы как пумы избежать. Очень опасная профессия. Ну, мне кажется, знаете, любая профессия сопряжена с некоторым риском. Всяких людей-то повозишь, все-таки. Да. Йохан, а вот скажите, вы меня тут случайно, это не вы меня подвозили до полицейского участка? Пару дней назад, ну да, наверное, я вас вроде помню. Я вот и думаю, что голос это знакомый, а вы, правда, вроде бы одеты были по-другому. Ну да, это вот у нас рабочая одежда такая теперь.
Ну да, да, меня уже просветили по этому поводу. Я вот готовлюсь тоже обновить гардероб. Но, конечно, сначала нужно немножечко подзаработать. Придется на вот том моем двухколесном зверюге. А можно на самом деле, если чтоб чуть побыстрее мопед купить. Да, но как... продажи, она там $300 он вроде стоит. 360, если ошибаюсь. Да, он уже это... побыстрее немножко и педали крутить не надо. Та-та, я видел, да, но, к сожалению, у меня при себе только $120. Понимаете, в чем проблема? Я вот сегодня опять пешком шел от самого центра сюда. Вот я тоже сейчас с $100 шел пешком. Ну вот, и поэтому все-таки хочу как-то подзаработать, машину приобрести уже и, собственно, и присоединиться в ваш, насколько я понимаю, дружный коллектив. Скорее всего, все дружный, потому что как бы уже какие-то... Только мы пока еще здесь. Больше какие-то левые какие-то больше не появлялось. Да, ну я как понял, что... А, Йохан, хотел, извиняюсь, Кларк, перебью. Да, это. Да, конечно. А, Йохан, а документы хотя бы остались? Ну, их положил в бардачок в прошлый раз. Сейчас я как раз посмотрю. На бардачке. Чё ж ты как колбасит-то, ёптить-моптить? Я уже после того случая больше в кафканах не ношу особо ничего. Только вот телефон был. Что с документами случилось-то? Да тут бывает иногда во время бури попадаешь в аномалию. Заходишь потом, ничего не помнишь, и в карманах пусто, и денег нету, и у больницы. Кажется, что-то подобное я тоже уже испытывал. Похоже, знаете. Да, вот это очень опасно. Вчера представляет. Говорят даже, что лучше вот когда вы перед бурей отдыхать идете, лучше где-нибудь даже на улице, чтобы они в помещении. Ну да, это потом за счет хер выйдешь. Обычно вырывает. О, господи, божечки, ужас-то какой. А я вот так вот встать, лучше вот так вот за столб какой-нибудь держаться надежнее. Покрепче обхватить, да, что-нибудь твердое. Да, да. Лучше всего перебурить. Можно вот в бочку вон в ту залезть. Там, Господи, какой опасный штат. Сразу уехать и подождать. Ага, я вас понял. Спасибо за подсказку. Да, нет, что. Так, ну... Йохан, иди смотри документы. Я, наверное, поеду, поработаю все-таки немного, а то что-то денег-то за это время не прибавилось вообще. Да. Если чуть что, встретимся, я могу одолжить на время машину. Да, я думаю, заработают. Спасибо, Михаил, я поеду тогда, чтобы тоже не отвлекать вас. Если что, обращайтесь. Если вдруг надо будет машина, пока я на смене, я могу одолжить. Спасибо. А, Михаил, а может быть, номерами тогда обменяемся на всякий случай? А, сейчас я вам визиточку дам. Да, давайте. Пока, блин, не забыли, то сейчас заболтаемся опять с ними и в итоге все забудем. Так. Вижу, сейчас запишу. Если скинете мне смс-очку, я тоже потом запишу. Так, ну как, Ёха, все нормально? 4, 26, 55. Главное, чтобы паспорт был на месте, а то... Казинский Михаил. 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 Телефон сейчас. Пару поездок телефон будет на месте. О, начальник. Поставили машину, чтобы не мешало. Начальство. Ядри тут тачки, нихера, что тут происходит-то? Шея люди, привет. Да, сразу понятно. Такие все постойки смирно сразу, оп.
Начальство приехало. Что-то с бандосами, это что-то аккуратно ушел надо быть. Вот этот вот второй, это как кто с ним? А скорее всего. Это какой-то бандит, да? Да-да-да, все, давайте разбегаемся. Ну да-да-да, все. Давайте потом где-нибудь в другом месте встретимся. Связей много, хороших. Да-да-да-да. Ладно, все. Все, работать, да. Попозже встретимся. Давайте-ка, так, рассосались быстренько, работяги. Прык-стык-стык-стык-стык-стык. Нормальная тема. Так, у нас хоть заказик есть. Хорошо, все успели забрать. До того как. Нормально. Все, начальство встреча с бандюганами, все верно. Нужно быстренько рассосаться всем. Нормально. Ну что, чатик, как вам? Как вам таксисты? Как вам таксисты местные? По-моему, ничего такие ребята, да? Нормалды. Так, где у нас там заказ? Давайте глянем. Мне кажется, человек заждался просто. 10 тысяч лет мы увезем всю эту хрень, которую собрали. Такс. Ёб твою мать, другой конец города. Охереть. В другой конец города. Веселые ребята. Да, нормально. Поехали. Стройным рядком, и я такой на велосипедике сзади. Но там, короче, начальник-то по-любому что-то мутит. Видите, такие там джипы приехали с бандюганами-то, а? Красота. Нихера, смотрите, 66, 70, давайте, 70 км в час, горки-то ядрить на велосипеде. Сейчас давайте в поворот так. Не получилось. Хотел красиво зайти. О, зелененький. Мы по правилам, все нормально. Нам на эстакаду? Вниз? Ух, твою мать, а так можно вообще на велосипеде ездить-то? Ладно, надеюсь, что можно. Давайте чатик немножко откиснем с вами сейчас. Пока едем. Ой, не, ни хера непонятно, не вижу, куда еду, не-не-не. Отставить аборт мишен. Просто так поедем. Нужно только поглядывать, куда ехать-то. Ну, да еще далеко прямо, видимо. Еще 1,5 километра ехать, охереть. Нормально, мы справимся. Мы должны получить свою первую получку с заказика. Должны сейчас. Вон там человек поехал на машинке. Не-не, это не в игре, это у меня играет. Нет, чебурек, у меня отключена эта функция сейчас. Я пока так, без заказов. Так, ну сюда наверх, да, нужно? Пока без заказов. Чисто свое играет. Просто, блин, там что-то стали за жопу хватать сильно, типа, за музыку, заказы на всякую такую, типа, которые права есть. Ну, типа, там новые правила, это все бла-бла-бла. Хотя, по итогу, я смотрел, с него все как ставили, так и ставят все, что хотят. Но я что-то решил пока так. Музыка в тему, да-да-да, мне тоже нравится. Реально. Такая дорожная. Были бы мы с вами еще, знаете, на машине, мне кажется, было бы вообще атмосферно. Классный музончик. Нет, в принципе, надыбал немножко музыки, которую можно вроде как ставить. И ничего за это не будет, поэтому нормалды. Ну все, мы уже почти доехали. Сейчас привезем заказик. Мне кажется, там все уже остыло 200 тысяч раз, пока болтали с местными ребятами, стояли. Так, ну у нас что, нормально, Михаила здесь стрельнули номерок, короче. С Йоханом познакомились. Это, да, все-таки дедок, который нас подвозил. Ну, не то чтобы, наверное, дедок просто так разговаривает. Так, вот, нам сюда.
Ага, вот здесь можно зайти. Доставка. Добрый день, доставка. А нет, это как-то... Доставка. Так. Сколько в итоге? 49 баксов, да? Ну, неплохо, чё. Ну, я вчера человека возил, ну, как местного. То же самое, там, 50 с чем-то было, по-моему, чуть подороже. 49, неплохо, неплохо. Так, лишь и подфармим. Я вот думаю, может быть, просто, хотя, наверное, место занимает сколько-то в инвентаре, просто побольше, знаете, набрать сразу в карман себе, и когда следующая миссия появится, сразу, типа, и поехать. Ну, в аренду я точно брать нихера не хочу. В аренду, если брать, то, во-первых, и на бензин расходы, короче, опять будут, и еще не факт, что и заказов много-то будет. А так, на велосипедике можно покататься. 500 бачей нужно фармить, короче, нам с вами. Так, давайте сейчас я маршрут только выстрою, то нихера не помню, как обратно ехать-то пока еще. Еще не настолько здесь ориентируюсь, да, чтобы без навигатора гонять. Ну ничего, будем таксистами, будем с вами часто кататься. Выучим этот город просто как свои 5 пальцев. Поехали обратно. Так, нужно попить. Конечно, только педали крутить, ясное дело, пить захочется. И не только пить и есть, потому что он есть не особо хочет. Так, давайте-ка. Кларк, притормози, давай, сникер сни. Инвентарь. Минеральная вода. 4 штучки осталось, нужно будет, кстати говоря, в магазин себе прикупить что-нибудь, заехать еще тоже. Так, пить. Чик. Может быть, по пути как раз-таки магазин есть, давайте глянем. А, так вон мы прям рядом с магазином сейчас заедем. Так, поехали сначала сюда тогда, потом уже дальше поедем. Че в велосипеде хорошо, это то, что действительно, знаете, типа бензина нет никакого там топлива. Только свои внутренние ресурсы, короче, тратишь и все. Нормалды. Но заодно, конечно, и скоростью платишь, получается, едешь там кое-как. 40 км в час. Ой, блин, что здесь? А где он? Так, а я здесь еще и не заеду, хотите сказать? Ну, там можно было по лестнице как-нибудь... Эй, здесь можно, попробуем сейчас. Давайте. Трикс. Херакс, нормалды. Я сейчас заберемся. Давай, Кларк. Бедолага. Давай, постарайся немножко. Извините, мэм. Я... Господи. Бедный. Как же мне его жаль все-таки иногда периодически. Так, какой интересный магазин. Все, давай выходим. Пойдем теперь купим водички хотя бы, пару шаверм еще возьмем, чтобы с собой было всегда. В дороге поесть, если что. Такс. Да-да, добрый день. Можно мне, пожалуйста, воды минеральной? Так, сколько штук-то возьмем? Минеральная вода... Штук 5, наверное. Заработали. Блин, почему-то опять забаговалась эта херня. Сбоку должны вылезать такие маленькие полоски, типа, ну, как вот в менюшке, да, такие же, только с другого, с правого боку. Должны вылезать, типа, когда мы что-то покупаем и отдаем деньги. Сейчас нихера меня не вылезает. Можно перезайти попробовать, но я не уверен, зайдем мы сразу обратно или нет тогда. Шавухи, конечно же, закупим, наша любимая еда вообще. Хоть наш Кларк не был в России, но шаверма все равно любимая еда. Так, тоже 5 штук возьмем, давайте. Чик. Все, взяли. Давайте-ка, знаете, что я сейчас гляну? Я сейчас гляну... А, блин, этот велосипед пропадет опять. Черт, нужно доехать хотя бы до таксишки, там уже смотреть. Я гляну, что у нас будет по онлайну на сервере. Если там, типа, там 20 с чем-то человек из 32, тогда я попробую перезайти. Ну, что-то прям раздражает, что нет этих полосок. Информации, да, тоже все-таки. Так, поехали. Сейчас пока едем, заодно, может быть, у нас и задание еще появится. Может быть, появится, мы тогда с вами... Увидим, что от нас требуется. Если человека, блин, нужно будет везти, это будет, конечно, в этом случае для нас голяк. Потому что на велосипеде мы явно никак не подвезем его. Ой, господи, мой скрипучий стулик. Сейчас. Ой, надо новый покупать. На этом уже реально всю, блин, заднюю точку свою отсиживаешь. Просто квадратная становится. Ужас какой-то, когда долго сидишь. Ой, чебурек. Чебурек, спасибо за 72 рубасика. Спасибо тебе большое. Блин, я сменил этот алерт себе, непривычный такой, ну что такое, извини, спасибо. Спасибочки. Но работает зато, проверили. Проверили. Спасибо. Эх, как давно мне никто не кидал денежку. Донатчик. Так, а нам сюда нужно, да? У нас красный горит, ну ладно, ничего страшного, я думаю, переживем. Заезжаем. Там, походу, если, короче, устроиться таксистом, я думаю, да? Ну, как нормально устроиться. На покушать, да-да, Кларку на покушать. Кларку на шавуху. Кларку на шавуху, короче. С минеральной водичкой. А то бедолага совсем умотался. И это самое, что хотел сказать. То есть там, типа, устроиться, да, нормально потом втереться к ним хорошенько, типа,
Мне кажется, на реально какие-нибудь мутки у них происходят по-любому. Ну, типа, не так же просто, да, там с бандюками каким-то начальник трется. По-любому что-то есть. По-любому что-то есть. А, блин, твою налево. Проехал. Так, аккуратненько разворачиваемся, никто не сбил, главное. И сюда. Щик. Все, поехали. Давай, Кларк, поработай. Поработай мускулами, которые ты только что качал на пляже до этого. Давай. Ой, хорош, попёр, давай. Давай. Конечно, на велосипеде такой себе ездит, но что делать? Стоять. Все, погнали. Угу. Но, с другой стороны, опять же, плюс велосипеда, то, что мы можем как-нибудь там взяли, на тротуар заехали где-нибудь еще, да, проехались, ну и пофиг, в принципе, нормалды. А на машине так вряд ли сделаешь. Как Карлона покушать? Типа того. Я только что пытался разобраться с оплатой на Амазон и, кажись, попал на бабки. А что это, в смысле? В смысле, ты хотел битцов купить или что? Или что там за оплата? Не знаю, у меня все нормально с Амазоном. У меня аккаунт типа зареган там, и я даже битцы покупал. Там тоже стримером кидал. У меня все нормально. Я просто, по-моему, привязал туда карточку свою, типа эту, и все. Визу или какая там. Или... Да, виза, по-моему. Вот. И с нее там чик-чик-чик. Кстати, а что, Сибирус, у меня есть, типа, на мой канал есть возможность закинуть битсы. Протупил и купил два раза. А, ну, бывает. Всех на смене собраться у таксистов. А я должен ехать, чат? Я не знаю. Ну, поехали, мы все равно туда едем, поехали. Пока, правда, доедем. Блин, ну сейчас будет затирать что-нибудь с этим чуваком, наверное. Ну, я и думаю, что на мой канал-то нет, скорее всего, потому что у меня там ни компаньонки, ни партнерки, ничего нету. Там уже только этим, по-моему, начиная с компаньонки, можно закидывать. Так, нормально. Было что-нибудь интересное? Ну, так, да, поболтали с таксистами немножечко, так сказать. Вникли в курс дела. Надо теперь фармить, короче, на машину. Купить машину за 500 бачей, и потом нам выдадут лицензию, типа... О, чувак какой-то ездит. Чтобы и облики в игре купить. Сибирус. Это как типа акция была у Fortnite, да, с Твичом, типа, если активируешь Twitch Prime, то типа какой-то там дают костюмчик, что ли, тебе. Я так и не уехал, но в принципе особо не интересно это. Давайте здесь проедем, если получится. Ну, такая же хрень у них была, какая-то акция, там все типа Twitch Prime или срочно на все каналы подряд. Блин, интересно, я считаюсь таксистом или нет? Ну там, по-моему, челик же проехал как раз-таки, который тоже еще типа не устроился официально, да, но... Он, это же вроде его тачка была, его джипик, типа. Хз, что нашло. Вот уж не знаю, Сибирус, вот уж не знаю. Еще, может, смайл дадут. Лол. Блин, вот было бы здорово, да, если бы, типа, у меня, я смотрел много человек, было много подписчиков, мы потом бы, типа, я не знаю, мне что-то нужно туда заезжать? Давайте заедем. Спросим. Ну, можешь поменять на пошире. Наверное, надо, да, что-то пошире. И извините, а мне тоже надо подъехать-то. Ну, в принципе, да. Нормально. Ага, хорошо. Так, про форму я вам говорил, да, рабочую? Да, говорили вчера еще. Только можно будет я немножечко попозже прикупить, когда денег подзаработаю. Ага, спасибо. Еще не пришло, недолго приходи. Не, у меня сразу. Прям вообще за секундочку. Снег так, убрался. Про гарнитуру я вам тоже, да, говорил?
гарнитуру не нет. Вот видишь на ухе, у меня и у Йохана. Да, да, вижу. Чтобы в рации разговаривать вне машины. А, я понял. А вот у нас вроде рация сейчас не работает. Да-да-да, там что-то с волной не то. Не знаю, что-то волны не тут. Понятно. Все, нормально. Все собрались? Это да? Все? Я так понимаю, да. Да, думаю, да. Что, как Ленин на броневике залезать не будут для объявления? А у вас неплохой такой броневик. Это точно. В общем, смотрите, ребята, у нас есть влиятельные покровители нашего таксопарка. И они не со стороны полиции. Это тот, который приезжал только что, да? На том шикарном ДД-жипе. Да, именно так. В общем, смотрите, такая мотивация для вас. Вообще, сообщайте о всем подозрительном, что увидите. Просто все. Какого-то бандюка непонятного, кто-то кого-то где-то прессанул, вас что-то где-то прессанули. Короче, о всех происшествиях сообщайте мне, и если эта информация заинтересует этих покровителей наших, да, то они... В общем, эта информация вознаграждается. Да, интересно. Ого-го. Я это записывать буду, говорить. Да, ну вот, ну, собственно, да, естественно, не говорим о том, что там кто-то где-то в кустах покакал. Черт, я хотел сказать. Это понятно. Да, информация будет дельная, информация будет обчинчена. Это первое, что я хотел сказать. Какой-то гонщик херачит. А, это байкер. Вот, еще забыл, здесь байкеры есть, кстати, да. Я понимаю, нету, да, лицензии на оружие? Не оружие, нету. Нет. Ага, понятно. В общем, еще есть такая как так сказать, правильно выразить-то, момент один такой. И если все вдруг решите обезопасить себя и приобрести оружие, опять же, можете обратиться ко мне, я скажу этому товарищу, и если придете сразу все, он вам скидочку сделает на пушки. Так. Только на пушке, не на лицензии. Ой, как громко. Нет, он... Какие лицензии? Чё, лицензия выдается в ПД. А, ну понятно, типа ББ. А сколько она стоит? Там комиссию ещё надо проходить. Да, сначала нужно у психолога пройти. Потом нужно в полиции у кого-то пройти. Там 1000 баксов стоит. О, господи, дети, сколько денег. Ну, лицензия это еще недорого. Вот как раз оружие стоит очень дорого. Сам пистолет, да, в официальном магазине дорого стоит. А вот скидка это очень хорошо. Да, если короче, на романтике таксисты со столами, все, короче, скопом, со всеми, да, делами. Обезопасить себя, то мне говорите, он вам делает скидку на оружие. Ну, у меня. Но только единоразово, да? В смысле единоразово, то есть хочешь не одну пушку купить, а две или три? Арсенал там дома содержать, короче. Нет, в том плане, что только один раз скидка будет. А, ну так я не знаю, а ты, если ты имеешь в виду, что если что-то потеряется или еще нужно будет закупить. В этом плане я без понятия. Я думаю, это будет зависеть от дальнейшего сотрудничества уже. Да, Йохан дело говорит. Ну да. Да, Йохан реально шарит, походу, за всю хурму. Ну, в принципе, на этом все. Реально, пока нет оружия, может... Доставочка, блин, доставочка, чай. Ой, чай, чай, груди, чатик. Прямо так, таксопарк парком. Да? Прямо да? Тут? Ничего себе. Да даже на подъезжает. Вас у кого-то рука поднимается. О. Ну, он, когда выйдет из тюрьмы, то он пойдет кормить рыбок. Ого. Понятно. Ясно. Ну я шокер уже себе взял. Я Фоксу подошел как раз вовремя. И он мне так... Я уже два шокера взял и второй потерял все равно. Вот поэтому, странно, когда из штата банды выезжаете, лучше все скидывать в багажник, чтобы не профукать. Угу. А скажите, а шокер-то тоже в полицейском участке приобретать?
Да, он да, $250 стоит, на него лицензии не надо. Понялся, спасибо. Угу. Ну, в принципе, у меня, наверное, все. Кто там хотел дальше официально устроиться, тогда погнали. Пока все. Да, но я пойду тогда за заказы пока развозить, чтобы денег да-да-да. Заработать. Да-да-да, давай. Так, ну что, мы тогда с тобой едем в БК? Да, поедемте. Как мельники, только таксиста, да-да-да-да-да, типа так того. Так, мне нужно... Подождите, мне нужно... А машину нужно сейчас будет покупать? Ну да-да-да, на машину покупать. Так, сейчас я заправлю бисикличик. Отъеду до банковата ближайшего. Как все закручивается? Да, конечно, ребят. Ну, да, типа так всегда и бывает. Ты заходишь в РП, а потом типа с теми связался, с этими связался, и вот тебе. Вот тебе уже и в банде в какой-нибудь состоишь. Шатеньку. А то меня много тут надоело уже в карманах носить. Давай, а то у меня тоже было много в карманах, а потом... Что он сказал? Я не понял. Не, короче, что нужно? Холодный чай давайте. Холодный чай. Два штука. Погнали. Блин, может реально затарим до хера всего, все, что тут держи, есть по списку. Держи, три штучки, как раз. Хоть попьешь нормально. Так. Холодная кола. А поесть у тебя есть хотя бы? Холодная кола, погнали. Не знаю, там пять штук поесть возьму. Поесть нет, но я еще не голодный. Чик. Пока. Нормально. Холодное пиво. Ну давай я тебе хоть дам, хоть перекусишь потом. Лимонад. Блин, плохо без этой херни. Не показывает ни хера холодный чай. Чик. Обертка. Чик. Энергетический напиток. Чик. Сэндвич коробки. Чик. О, потом перекусишь. Такос. А чик. Знаешь, что пончики. Чик. Борщ. Разгоняемся, чат, говорят, разгоняемся. Говорят, в России тоже такое любят. Все, да, все да, купили, да. Все. На каждом и рынке бой. У нас шаурма, там ее хавали. Так, ладно, нам надо это ехать. Нам нужно ехать. Это про что? Там этот, я ему Йохану дал покушать. Не, видите, они реально любят потрещать. Ну, это же таксисты, собственно. Все таксисты, мне кажется, любят потрещать. Я сколько с тебя не ездил, ну, типа, в РЛ, да, типа, то просто как начнется, ой, на уши подсяет, и все, и понеслась душа в рай. Просто не остановить. Я еще помню, когда с работы едешь, там, типа, ночью уже, знаете, уставший, короче, до безумия, просто уставший, засыпаешь просто стоя уже на ходу, садишься, начинаешь там какой-то разговор, уже просто реально просишь, блин, чувак, дай, пожалуйста, я посплю немножко у тебя в машине, не могу, типа, совсем жесть, он такой, о, ну ладно, типа, значит, расстраивается такой, типа, что не потрещать, хотя, мне кажется, они реально целый день, ну, типа, ездят со всеми трещат подряд, просто со всеми подряд, ну, вот такие вот ребята. Да-да-да, тут он, видишь, дофига всего, борщи, вон, холодный чай, у нас сейчас заказ, холодный чай, холодный лимонад, коробка пончиков, упакованный кебаб, вкусный тако, сэндвич коробки, энергетический напиток, фишбургер упаковки, там еще борщи бывают, да, заказывают, еще всякие штуковины, тут так-то дохрена всего. Так, ну смотрите, нам в прошлый раз заплатили сколько? 30 баксов? 30? Или 40, подождите, 40 мы вроде с вами считали, да? 40 бачинских? Короче, ну, знаете, раз так 10 с вами покатаемся, может уже и наскребем на тачку, купим, и тогда можно будет вступить в ряды этой замечательной коммуны таксистов. Назовем это так. Короче, ну вы поняли, да, фишку? Вот сразу же мутки пошли там, типа, с бандюганами какими-то, типа, если что, там оружие по дешевке, ну это понятно, видимо, с черного рынка. Ну и тем более, я думаю, что у бандюганов есть свои каналы, где здесь можно, типа, оружие покупать. Скорее всего, специальные точки какие-то, вот. И они, типа, там затариваются и потом перепродают его. Собственно, на чем, наверное, и зарабатывают денег так-то. На одном из, вернее, да, как вариант. Так что вот. Шокер 250 баксов, на самом деле, я думал, дороже будет стоить. Я помню, ну, это, опять же, давно было. Тут еще и ценники на все были расценки другие совершенно. По-моему, 5000 стоил он раньше. Ну, там реально же и ценники были другие, и заработок был другой совершенно, и все остальное. Там уже 200 раз все переделали, поэтому такое. Ну ладно, ладно. Не, ну что, нормально, слушайте, сегодня весьма продуктивный день, как бы, да, я считаю, мы со всеми еще с ребятами познакомились, типа, и... Нормально. Познакомились и с этим, с начальником пообщались, и, в общем-то, все на мази вроде как осталось только реально фармить, короче, купить тачечку и ок. Борщ на вынос — это для холостяков, которые сами не умеют ничего готовить. Ну, мне кажется, не все холостяки не умеют готовить, я вот, например, люблю готовить. Хотя я холостяк, но я люблю готовить. Мясо там всякое, это все. Блин, аж прям что-то захотелось приготовить что-нибудь, но нет. Потому что ни хера продуктов дома все равно нету. Потом пойду какие-нибудь пельмени наверну. Или типа того. Кран. Блин, хочется уже на тачку пересесть.
Можно было, конечно, чисто теоретически в аренду взять. Все-таки погонять на тачке, это явно было бы быстрее, но ладно. Раз мы решили с вами экономить по полной программе, будем, собственно, экономить, да, до конца. А, кстати, можно музыку включить погромче-то уже. То я выключу, чтобы внимательно их слушать, ребят. Все, немножечко это, от болтовни передохнуть, да хоть. Покатаемся, музычку послушаем, доставочкой займемся. Ну что, чатик, как вам сегодняшний день нашего Кларка? Прекрасного, замечательного парня с Аляски. Давай, как же тяжело на этом гребаном велосипеде подниматься в гору. Давай, родимый, поднажми. Поднажми. Бедный. Давай, ладно, ускорение придадим тебе немножко. Пошло, родимая, давай. Чик, так, спокойно. Чуть не уехали. Так, куда-то сюда. Тут такие богатеи живут, ну не мудрено, что они себе на дом заказывают все, да? Оп. Ага, это, видимо, вы заказывали, да? Хорошо. Да, добрый день, мэм, заказывали. То вот я привез вам. Все, 160, счет мало. Сколько они мне дали в итоге? Совсем херню какую-то, типа 11 баксов, серьезно? Чего? Или подожди, а нет, мы нифига не отдали им, подожди, что за бред? Что за херня? И в смысле? Залагал, что ли? Твою налево. Но подождите, у меня же вроде бы денег прибавилось, у меня было 149, когда мы сюда ехали, да? Ну, во-первых, мне кажется, что очень мало как-то денег, типа, за доставку. А во-вторых, что-то, короче, А может быть, у меня чего-то не хватает все-таки? Может быть, у меня в инвентаре просто чего-то не хватает? Такое тоже может быть вполне. Запилишь стрим с вебкой, где ты будешь готовить что-нибудь? Кукинг стрим, типа? Не знаю, может, когда вебка будет, что-нибудь запишу. Да вообще нужно не вебку покупать, а нормальную камеру тогда. Ну, типа, камон, ради одного стрима просто. Мне, наверное, чего-то не хватает, скорее всего. А вот чего мне не хватает, хер его знает. Так, вкусный такос. Есть. Водительское удостоверение. Есть. Деньги. Есть. Минеральная вода, таблетки, упакованный кебаб. Ну вот смотрите, у меня как бы один, но... Короче, у меня, походу, кебабов не хватает, да, нихера? Ну, сейчас хер разберешься. 5, 4, 7 цента, 47 отдельно шаверма, 13 штук. Я не понял, каким хером, но мне не хватает, походу, кебабов. Типа из-за этого заказ, мол, не полный. Еще видите, опять же, говорю, беда в том, что не показывает, что у меня забралось, что нет. Какой-то лаг сраный. Ладно, поехали... Спокойно. Поехали обратно, короче, тогда. Закупимся. Мы, конечно, можем отменить этот заказ, типа, вообще. Мы какую-то часть денег с вами полутали все-таки в итоге, да? Давайте, думаю, отменим. Поедем все равно заправляться. За едой. Нужно будет кебабов прикупить как следует. Так, это можно здесь сделать. Включить миссии. Чик, все, включили. Погнали. Нам нужно опять в таксишку ехать, собственно, и, в общем-то, потом возвращаться сюда же. Ну, не сюда же, там где-то следующий заказ будет. Ну, а если будем людей возить, ну, в смысле, если будут заказы людей именно... Местных NPC-шек, имею в виду, конечно же, то придется их отменять, потому что машины вообще нету, и арендовать не очень-то ее охота. Честно говоря. Еще, кстати говоря, раньше здесь было, типа, можно устроиться механиком сразу. Вот именно в этом, в центре занятости. Сейчас, я так понимаю, нужно именно тоже с людьми договариваться, там, с каким-то начальником, туда-сюда, и так далее. Тогда тебя уже только назначат на эту должность. Как-то, видимо, так. Я думаю. А раньше приходил тоже в центр занятости, и там, типа, прям была должность механик. Сразу чик-чик, едешь на место, там берешь грузовичок или что-нибудь, типа, ремкомплект какие-нибудь. И едешь механизировать по полной программе.
Твою мать. Нормально в знак летели. Seven Days туда и не-не-не. Типа, я не знаю, я жду в нем какой-нибудь оптимизации, хоть какой-нибудь, типа, чтобы ее завезли туда, и, может быть, там можно было поиграть. Тут задолбали эти лаги постоянные какие-то, блин, непонятные, из-за чего на ровном месте. Такое себе, типа. Немножко подустал от этого, поэтому решил пока больше в нем не играть. Ой, я чиф не знаю, что играет, у меня плеер сейчас закрыт, даже, к сожалению, не посмотреть название, не знаю. Можете зашазамить, если у кого есть. Я хз. Так, что там за цвет-то хоть нам горит? Ай, похер на красный, поехали. Сейчас уже тем более почти доехали. Сабнаутика? Да кому ее чисто стримили-то пару, там один или два стрима у нас было по ней. Я как-то не особо не собирался ее проходить. Чисто посмотреть, что к чему. Не знаю, у меня, типа, знаете, усидчивости не хватает, когда нужно очень долго что-то фармить, собирать ресурсы, типа, поначалу это, конечно, кажется весело, задорно, там, классно, все такое, но в итоге это оказывается какая-то, типа, странная хрень, короче. Усидчивости не хватает. А вот, поездить, поаутировать там самое то. Так, у нас не хватало кебаба, да, почему-то? Давайте 5 штук купим. Купили, все, теперь есть. Теперь все есть вроде бы у нас. Так, надо глянуть еще. Инвентарь. Кебабы. Да, вот, давайте я попробую сейчас перезайти все-таки. Сейчас только здесь припаркую свой велосипед замечательный. В кустике где-нибудь там выйду. Попробую перезайти, потому что что-то ну, реально бесит то, что нихера не показывает. Так, поставить. Здесь, а, тут, блин, колючая проволока везде, камон. На нее, наверное, не запрыгнешь. Давай. Мне не хочется прыгать здесь. Ну ладно, обойдем. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. В гору обойдет, Найс, да, сказал. Ну, это явно не прокладка, конечно, но нормально. Давайте здесь в парк забежим, чтобы людей сильно вдруг, если что, не смущать. О, братишки-таксисты, поехали. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Так, спокойно, Кларк. Так, возьми себя в руки, давай. Давай, пробуй. Ты сможешь, я знаю. У тебя получится. Тихо, да твою налево-то, ну. Чёртова скамейка, она меня поддается иногда. Периодически. Но и всегда. Иногда нужно постараться. Не так-то просто оседлать. Ну, куда ж ты бежишь? Скамейку. Так, давай, Кларк. На тебя люди смотрят, Кларк. Ну, не подводи себя. Да твою мать, вот чё он бежит? Чё он, скотина, бежит? У меня капслок вроде отключен, все отключено. Давайте на эту скамейку. Та, видимо, не хочет, чтобы на ней сидели. Так, давай, Кларк. О! О! Вот так бы сразу, да, видимо, какая-то скамейка бракованная, короче. А тут рядом вон мусорка, мухи летают, замечательно, самое то. Самое то для Кларка. Такс. Ну, давай сейчас попробую перезайти, посмотреть, что он творится. Такс. Что там пишут нам в дискордике, вернее, в местной социальной сети, как здесь ее называют.
Надо онлайн глянуть. Онлайн, онлайн, онлайн. Где вы там пишут-то? Здесь, по-моему. Сейчас глянем. Так. А, нет, не здесь. Бля, где его пишут-то? Я не помню, реально, с головы все полетало уже. Так, ста-та-та-та. Не, подожди, вроде здесь же писали. Или нет? Так, объявления какие-то есть сейчас новенькие. Что за объявления? Так, превратиться в железного коня, бла-бла-бла. Понятно. Ладно, я думаю, сейчас зайдем, нормально залетим. Давайте попробуем. Дисконнектнусь с игрульки. Так. Игра дисконнект. Чик. Сейчас там, короче, 33 из 32. Хер ты зайдешь обратно. Нет, ну ладно, окей, спасибо. Спасибо. Так, сейчас он там продуплится только немножко. Что-то у меня как-то с сервером какая-то странная связь немножко. Но выходит достаточно долго и заходит. У него тоже 3000 лет. И потом такие вот хреновины бывают, случаются, типа, что когда много людей разговаривают, начинается вот бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ заикание. Вот видите, в чем проблема, да, типа, а когда 64, мне кажется, там вообще просто полное в канале постоянно происходит, типа, непонятно. Непонятно, что да где, зачем, почему. Так, ну давай. Найс, я же говорил, написано 34 из 32, класс. Ну попробуй приконнектиться, может получится. А, нет, слушайте, лол, меня пускает, почему-то странно. Ну, может, типа, потому что только как-то, не знаю, как здесь, короче, это работает, но, в общем, пускает, нормально. Сейчас загрузимся, скорее всего. Нормально будет. Чатик, чё, как там у вас дела-то, настроение нормальное все, что-то опять все куда-то пропали. Северус-то тут еще нет? Или уже убежал в освояси? Вы слышали, да, этот странный звук, короче. Наконец-таки сделал, разобрался с Амазон. Ну, Грац, поздравляю. Блин, у меня, короче, все вылетело, походу. А что у тебя за проблемы-то такие были? Не знаю, это все легко было. Я зарегистрировался, там потом просто чик-чик, и все, и готово. Короче, эта херня вся вылетела. Странная херь какая-то. Очень странная. Давайте-ка, знаете что, друзья, наверное, сегодня мы стримчански будем заканчивать тогда. Мы, в общем-то, все, что планировали, вернее, с вами сделать, сделали уже, вот. Я, наверное, сейчас дальше еще пойду поиграю чисто так, знаете, паутирую, музычку там какую-нибудь послушаю, пофармлю денежек, вот. Нафармлю, а в следующий тогда раз мы с вами уже... Я куплю тачку, а в следующий раз мы уже тогда свяжемся с начальником и поедем переделывать машину. Вот, короче, и там уже посмотрим, что там за банда, не банда... Попробуем, короче, раздобыть деньжат. Ну, в общем-то, я так понимаю, что все равно основной доход, как нам сказал Михаил, это у водителей такси, это именно, собственно, фарм, да, вот этот вот самый, то есть диспетчера, который там заказ, доставка еды, собственно, местных разводить, потому что такие заказы, ну, вы понимаете, да, бывают редко всего лишь 32 человека, и у каждого по-любому есть своя тачка, и там за редким исключением, когда там человек где-нибудь оказался вдруг вдалеке от тачки, он, может быть, вызовет такси, а может и как бы и не вызовет еще, хер его знает, поэтому посмотрим. Индру следующим. Не знаю, себе раз посмотрим, но если будет... Господи, у меня уже что-то уши устали от этих наушников. Если будем Индру заводить, то тогда, я думаю, и на ютубчике постримлю, как обычно. На два потока посмотрим, не знаю. Да, вообще глянуть, что за игры там, может, какие-нибудь новенькие, интересные появились, хер его знает. Что постримить можно было бы. Вот, так что, ну, посмотрим, ребят, посмотрим. Как бы и в РПшку хочется поиграть, знаете, там какое-то дальше развитие все-таки, походу, намечается. Как ни крути, да, что-то будет интересное, вот. И хотелось бы на это интересное очень сильно, честно говоря, взглянуть. Так что, ребятки, в общем-то, всем спасибо. Всем спасибо, всех был рад видеть. Спасибо, что пришли, посиделись со мной, паутировали немножечко. Понаблюдали за процессом, так сказать. Вот, и приходите обязательно на следующие стримы. Пейте вкусный чай, кушайте хорошо, одевайте теплее, не болейте, ребятки. Ну а мы с вами увидимся уже на следующей трансляции. Всем спасибо еще раз и до встречи.